No, dobrý deň, ako sa máte, ako sa darí. Теперь я скажу что-то по-русски. Вы говорите по-русски и хотите учиться по-словацки. Это так? Так, видимо, на то. Ну, здравствуйте еще раз. Что я вам хочу сказать? Я с Братиславы. По-русски. Я 30 лет не сказал одно слово по-русски. Если я сделаю ошибку, это нормально. Меня учили в школе давно. Это было давно. Там были такие женщины из России, которые нас учили по-русски, но... Но это было так. Меня выучили грамматику. Я никогда с русскими не общался. Я никогда не жил в России. Никогда не читал книгу по-русски, но я читал русскую книгу. Но это был перевод. Я читал по-словацки или по-чешски. Здесь я не общаюсь с русскими, потому что украинцы и русские, которые живут в Словакии, говорят хорошо или нехорошо по-словацки. В России я был 2 или 3 недели, и он говорил по-словацки. Я не сказал много предложений по-русски. Я знаю только грамматику, я уже много забыл. Но грамматика — это очень сильное орудие, это много. Это более, чем жить в этой стране, это более, чем общаться с носителями, это более, чем читать, это более, чем смотреть телевизор на другом языке. Грамматика и правила — это очень-очень много. Это что я вам хотел сказать. Я вас буду учить словацкий язык, такой, как говорят люди, которые образованные, которые живут в столице. То, что я вам буду говорить, это все будет об импровизации. Я это не подготовил и не буду подготавливать. Мы будем учиться грамматику детально, подробно, что бы вы говорили, как иностранец, потому что вы не заговорите так, как носитель, очень долго. Но вы можете говорить на 90%, как я, что касается произношения, но вы будете говорить без ошибок, это нелегко. Это очень сложно говорить по-словацки без ошибок, потому что словацкий язык такой грамматический язык, там очень много грамматики, вы это увидите. Но грамматики не надо бояться. Почему этого не надо бояться? Потому что я вам это скажу так, что вы это будете знать. Я вам это скажу как ребенок ребенку, так примитивно, но так, что вы это будете знать. Да? Этого не надо бояться. Много людей этого боится, и есть такой новый метод учить без грамматики быстро и эффективно. Но я бы хотел видеть этих людей, я их вижу, они говорят как такие дураки. Ошибка в каждом другом слове. Без грамматики вы никогда не будете говорить правильно. Это невозможно. Невозможно. Есть люди, которые живут 30 лет в Словакии, 40 лет в Словакии. Я таких знаю. Я знаю таких людей. И они делают большое количество ошибок. Они не могут от этого избавиться. Почему? Ну, потому что они не знают грамматику. Это легко. Вопрос. Кто сон? Это значит, кто я. Кто сон я? Who am I? Who am I? Ну, это нехорошо. Кто сон? Это хватит. Кто сте ви? Who are you? Кто сте ви? Лучше сказать, кто бисте мали быть ви? Who should you be? Мать, это иметь. Это может быть модальный глагол на словацком языке. Be – это гипотетическая частица. И вместе это значит should. Кто бисте мали быть ви? Ну, это сложная грамматика, это я вам объясню позже. Вы можете быть и ребенок 10 лет. Но если ты ребенок, это будет сложно, потому что это не будет для ребенка. Но ты можешь быть ребенок, я не буду говорить матом, я не буду говорить грубые слова,
если вы хотите выучить грубые словацкие слова, пусть вас учит кто-то другой, я это говорить не буду. У меня тоже есть такие дети, одному 11 лет, другому 8 лет. Если ты ребенок, ты должен знать русскую грамматику, то значит, ты должен знать, что такое имя существительное, имя прилагательное, глагол, союз, частица. Ты должен знать, что такое падеж. Да, например, родительный падеж, творительный падеж, винительный падеж, дательный падеж. Это все, ты, все будет надо. Если вы человек, которому 50 лет, вы можете отлично учиться, это ничего. 50 лет это ничего. Там может быть такой проблем, что школа это было давно, и вы могли это забыть, но это вы можете очень быстро повторить. Например, что такое частица, это вы можете очень быстро повторить где-то. В Википедии я вам тоже скажу, там может быть такой маленький проблем, но люди, которым 50, 60, 40 лет, быстрее понимают грамматику и правила, и они это могут употребить быстрее, чем ребенок. Маленький ребенок может выучить более слов, может выучить быстрее слова, но он может это тоже забить, это надо повторять. Если вам 80 лет, вы тоже можете учиться. Мы не будем никого дискриминировать. Если вы человек здоровый, такой яркий, который читает книги, играет в шахматы, смотрит телевизор, ходит в кино, вы можете учиться. Никого не будем дискриминировать. Это, что здесь написано, это не болезнь. Это не болезнь. Если вы здоровы, вы можете учиться. Вы должны быть человек, который хочет выучить этот язык серьезно. Это будет серьезно, это значит, это не будет о том, выучить несколько фраз, как вы можете купить пиво в Словакии или такие глупости. Это будет серьезно. Будет то серьезный цель, чтобы вы говорили отлично, без ошибок. Это не будет быстро, не будет то рихле, не будет то рихле. Выучить язык быстро, это невозможно, это невозможно. Вы можете выучить быстро за 2-3 месяца, но это со словацким языком не имеет ничего общего. Я таких людей знаю, они говорят, это что-нибудь страшное, да? Словаки будут думать, что вы говорите по-украински, не по-словацки. Не будет то рихло, быстро, рихле, это быстрое, это по-словацки там, если по-русски всегда наречие в таком предложении. По-русски может быть и наречие, и имя прилагательное. Это значит немножко что-то другое. Это мы будем учиться. Будет то заумное. Это будет интересно. Мы будем говорить о математике, о физике, о медицине, о машинах, о самолетах. Мы будем говорить о философии, мы будем говорить о литературе, о русском языке, о словацком языке. Это будет очень интересно. Вы можете много-много нового выучить, не только о словацком языке. Это будет очень интересно. Но это не будет быстро. Да, это надо выдержать. Будет то квалитное. Это будет такое качественное, вы будете знать детально вещи, будете понимать детально все, что мы будем учиться. Это будет качественно. Эффективно. Что эффективно? Что это значит выучить язык? Если вы хотите выучить язык так, что вы хотите только понимать 60-70% и говорить с ошибками, ну, это вы можете выучить за несколько месяцев, это возможно. Но если вы хотите выучить язык так, чтобы вы могли работать в Словакии, не только
как рабочий на заводе, но чтобы вы могли работать как инженер или как врач, или как ремесленник. Ремесленники тоже говорят сложные предложения, очень сложные предложения. Я вам это покажу. Я буду говорить и со словацкими ремесленниками. Я вам покажу, как говорят дети, вы будете говорить с моими ребенками. Я бы хотел, чтобы моя мама вам что-нибудь сказала. Она очень красиво говорит по-словацки. Мы будем ходить на прогулки, но это не будут такие прогулки с камерой. Я не пойду на замок или там, где это будут такие места, где вы бы никогда не шли, как иностранец. Это будет такое сюрреалистическое все. Не будет то легкое. Это не будет легко. Почему? Ну потому что я вам скажу много, много правил, много предложений, много слов, много грамматики. Это не может быть легко. Если бы я вам ничего не сказал, это бы было легко, но вы бы ничего не знали. Это просто так. Теперь я вернусь к тому, какой тип человека вы должен быть. Вы такой человек, который это акцептирует, что я теперь сказал. Вы человек, которому словацкий язык не нужен. Это может быть словенщину не потребуете. Вам это только интересно. Вам это только интересно, вы хотите учиться, потому что учиться это интереснее, это более интересно, чем только смотреть какой-то тупой фильм по телевизору каждый день. Там, где только насилие, где стреляют какой-то американский криминальный фильм. Что вам это дает? Это вам ничего не дает. Учиться язык это интересно. Вы можете быть и такой человек, которому это надо. Словенщину потребуете. Вам это надо. Почему вам это надо? Потому что вы хотите жить в Словакии, вы хотите работать в Словакии, вы хотите учиться в Словакии. И делать ошибки – это неудобно. Это неудобно, это нехорошо. Вы можете быть и такой человек, который в Словакии уже живет. На Словенску уж живете 5 роков. Alebo viac, kdy bude. Rok je to god. Rusko je slovo rok, je to poslovacký osud. Víš, prosto na Slováky, v Slováky, no, si o taký u vás mnogo ašíbok. Vy gavaríte poslovacký, vy gavaríte slobodno, bystro, vy pani majete. Vám kada to slučiť sa, što vy toto pani majete nepravilno. No, vám kto to skazal, što vy delajete mnogo ašíbok. Вы думаете, что вы говорите без ошибок, но кто-то вам сказал, у вас 3, 4, 5 ошибок предложений. Почему это так? Ну, это потому так, что вы не знаете грамматику. Вы думаете, что вы никогда не можете избавиться от этих ошибок. Но это правда. Без грамматики вы за целую жизнь можете не понять принципы построения предложения. Вы человек взрослый. Взрослый человек – это не ребенок. Вы не можете учиться как ребенок, у которого еще LAD – Language Acquisition Device. У вас это от 6 лет, это уже у человека нет. Это у человека нет, у ребенка это есть. Он может учиться без грамматики от родителя. Он может выучить два языки, один от папы и один от мамы. Это неврологически так. Взрослый человек не может это выучить без грамматики, без ошибок. Каждый делает ошибки. И полиглот делает ошибки. Если я ему даю такие предложения, как хочу я, он сделает много ошибок. Я это уже много раз видел. Вы человек взрослый. Взрослого постороннего человека не будет никто на улице коррегировать в речи. Вы сделаете ошибки, это вам никто не скажет, что вы сделали ошибки. Это никто не будет вас изучать, никто вас не будет коррегировать в речи. Это просто так. Вы можете общаться с носителями, говорить, смотреть фильмы, читать книги. Вы все это можете делать. Но у вас все-таки будут ошибки, если вы не знаете грамматику. Это надо выучить. Если вы такой человек, вы здесь правильно, потому что мы это будем учиться. Мы это будем учиться так, чтобы вы могли говорить без ошибок. Это будет классический метод. Это не будет такой метод, что быстро, быстро. Это невозможно. Быстро невозможно. Ну, теперь я вам скажу что-нибудь о том, как мы будем учиться, а как мы будем учить.
Ako sa budeme učiť? Как мы будем учиться? Правило число 1, правило номер 1, правило число 1, где треба быть сам. Ты должен быть сам в комнате, спокойный, сам. Только вы и я в одной комнате, это надо выдержать. Вы должны быть концентрированы. Другие люди, это нехорошо, там, если там будут бегать какие-то коллеги, они вам будут смеяться, они будут слышать, что вы говорите неправильно. Это нехорошо, это такая борщица там будет танцевать на столе, это просто нехорошо. Вы должны быть сам, только вы и я. Если вы мама, у которой маленький ребенок, это еще может быть, но другой взрослый человек, это нехорошо. Номер 2. Церуска папера. Это значит карандаш и бумага. Все надо написать. Правило номер 3. Правило число 3. Смартфон. Смартфон. Все, что вы будете говорить, надо наиграть и проиграть. Потому что вы себя не слышите. Вы не слышите себя хорошо. Если вы это проиграете, вы будете слышать это так, как сказал он, сказал я, это сказал так, сказал он, так как он. Нет, это разница. Я скажу это еще раз. Теперь я это сказал так, как он. Да, это уже лучше. Это правило номер 3. Правило номер 4. Учиться каждый день. Это оптимально. Но я не знаю, это не может каждый учиться каждый день. Но я думаю, что если вы бы не смотрели телевизор, и вы могли учиться каждый день. Учиться денне. Денне. Учиться денне. Учиться денне. Правило номер 5. Одно видео будет около 15 минут, но вам надо 45 минут, чтобы вы это выучили. 45 минут. Все надо понимать, надо написать, это надо выучить. 45 минут на это будет надо каждый день. Правило номер 6. Я не ваш соперник. Я вам буду помогать. Не надо дуться, если я скажу что-то, что вам не нравится. Просто я все, что буду говорить, это я буду говорить только из книг. Это не будут глупости. Если я вам скажу, что это правило на русском языке, нет, это так, это просто на русском языке нет. Если я не буду знать, я скажу, я думаю, что это на русском языке нет, но я не говорю на таком уровне, чтобы я мог на 100% сказать. Да, если я знаю на 100%, что phrasal verbs, фразальные словеса, phrasal verbs, это на словацком языке есть, и их очень много, но на русском языке это нет. Это я знаю на 100%. Это на русском языке просто нет такая грамматика. Потому что я это спросил человека, который русский, который занимается грамматикой. Я это знаю. Не надо дуться, что русский язык это такой самый сложный. Это глупость. Это глупость, да? Это не самый сложный. Невозможно сказать, который язык сложный. Потому что есть люди, которые легко выучат много слов и не понимают грамматику. Другой человек понимает грамматику, но не может запомнить много слов. Я словарь, для меня русский язык легкий, для американца это будет сложный язык. Это что это значит легкий? Ну, легкий язык говорить на уровне B2, но говорить отлично это никогда не будет легко. Число 6. Акцептовать грамматику. Акцептовать словенскую грамматику. Которая
v ruštine neexistuje. Которая на русском языке не существует. Именно этим и будем заниматься. Этим надо заниматься, потому что это надо не только акцептировать, и так надо и говорить. Предложение должно быть такое словацкое, не русское предложение со словацкими словами. Это нехорошо. Вы должны выучить словацкое предложение, не русское. Не только слова. Не только слова. Выучить слова – это релативно легко. Да, это не хватит. Я вам покажу, что это так. Правило число 7. Седмичка. 7. www.slovnik.sk. Словник – это словарь. Ну вот, посмотрите. Здесь вы напишете www.slovnik.sk. И здесь написано прикладовые словники. Приклад – это перевод. Язык. Язык. Словенско-русский язык. И вы напишете какое-то слово, например, заказ файчить. No. No smoking. No smoking. Заказ файчить. Но что это такое файчить? Файчить по-русски это курить. По-чески е кожит. Кожит. Это близко чешский и русский язык. Но что это такое курить по-словацки? Посмотрите. Это топить. По-чески топить. Топить. Но что это топить по-словацки? Топить – это плавить. И плавить по-словацки – это путешествовать судном, да? Сплавлять. Но заказ – это запрет, запрет. Русское слово заказать – это объеднать по-словацки. Заказать – объеднать. Заказ – заказать – это запретить. Запрет. Но что это такое запрет? Запрет. Словацкое слово запрет. Это акуклица. Но кукла – кукла – это куколка. Акуклица по-словацки – это значит сделать куколку вокруг себя. Если слово такое примитивное, как рука – это рука, нога – это нога, глава – это голова. Но если уже слово такое сложнее, что это такое рука? Вы можете показать, рука – вот это, нос – это вот это. Но если уже такое сложнее слово, что это такое охота? Вы уже не можете показать, охота – это вот это. Там уже надо 3-4 предложения, чтобы вы объяснили, что это такое охота. Это уже будет что-то другое на словацком языке. Охота. Охота. Это не значит охота. Это... Я думаю, что такого слова нет. Это не услужливость. Услужливость по-словацки это услужность. Услужность. Охота это готовность оказать услугу. Например, вы мне хотели помочь, но это в конце не было надо. Не было надо. Я вам скажу, дякуем за охоту. Спасибо за вашу готовность оказать мне услугу. Спасибо, что вы хотели мне помочь. Но такого слова нет. На русском языке много слов нет, и на словацком нет. Это бывают такие обыкновенные слова. Например, дерево, стром. Это дерево, стром. Древо. Это тоже дерево. Но древо, это wood and strom, это три. Это на русском языке нет такое обыкновенное слово. Когда я говорил сказку моему ребенку, я сказал, в этом дереве живет... В том-то строме бива стромовый муж, стромовый муж. Но как это сказать по-русски? Но деревянный мужчина – это деревянный мужчина. Деревянный, он сделан из дерева. Стромовый муж – это такой мужчина, который живет внутри в этом дереве. Он не из дерева. Это невозможно сказать по-русски, да? Потому что такого слова нет.
И на английском такие обыкновенные слова нет, например, они не могут сказать «она роди». Роди, they must say she's giving birth to a child. She's giving birth. Потому что слово birthing, это значит что-то другое по-английски. Родить, это на английском языке нет. Или таить, to keep in secret. Или ходить, это значит it will come in handy, ходить. Или тешить. Что это такое? Это I'm looking forward and it is together with rejoiced and thrilled. Такое слово, это обыкновенно, уж тешишь на Вянуце, уж тешишь на народенье, ты уже, как по-русски это, тешить, радовать, это тоже нет, тешить, это словацкое тешить, это что-то другое, как радовать или тешить. Ну, просто, или русское слово макулатура, это на словацком языке нет. Но почему здесь это? Что это такое? Я вам покажу. Например, предлог за. Здесь много слов. Это тоже значит, что такое слово, точно такое слово на русском языке нет. Потому что в некоторых предложениях надо сказать вслед, в другом предложении надо сказать за, в третьем предложении надо сказать при. Теперь другой вопрос. Русское за всегда значит словацкое за? Нет. Русское за может в одном предложении быть. Надо перевести как за, в другом как при, по, пре. Просто это разница. Но что мне это сказало? Но ничего, я не знаю, что это значит «за». Здесь такое другое, здесь написано «словенский правопис», это как «правильно писать». Здесь уже дефиниции, это из словацкого языка в словацкий язык. Это как на английском «Cambridge», например, «Cambridge» or «Oxford Dictionary», здесь написано «very», «very», «it is an adverb». Thank you very much. Очень. На словацком «veľmi». Но это тоже разница. Это разница на словацком. Я не могу сказать «очень спасибо». «Очень спасибо» по-русски это правильно, но «veľmi ďakujem» это неправильно. Там такая другая грамматика этого слова. Но это может быть имя прилагательное. This is a very book I've been looking for all month. Это бы было неправильно по-словацки. This is a very book. Это очень книга, и по-русски это бы было неправильно. Это другое значение. Такого значения просто только на английском языке. And very, it may mean the farthest point. He found the missing paper at the very bottom of the pile. At the very bottom of the pile, the farthest point of the pile. No prosto, здесь это словенский правопис, это точно как такой принцип, как этот Cambridge or Oxford Dictionary. Здесь слово, предложка, это предлог, предложка. Но и здесь точно написано, какие значения. Например, за «а» – это первое значение, с генитивом. Генитив – это родительный падеж. «Ви» – это «виадруя». Это вы не понимаете, потому что вы еще не говорите так по-словацки. «Ви» – это «виадруя», это «выражает». Что это значит? Если этот предлог связан с родительным падежом, это значит первое значение, второе значение. Б. Если это с акузативом, это винительный падеж. Если это связано с винительным падежом, это значит одно значение, второе, третье, четвертое, пятое, шестое. Посмотрите, 10 значений. Но это неправильно, это должно быть и инструментал, это творительный падеж.
створительным падежем. Это вот эти значения. Это еще не все. Посмотрите, это все значения. Это еще все значения за. Все значения за. Если там написано что-то такое, это значит, вот это предложение, это из книги, и это словацкий писатель 19 века. Она называется Фигули, Маргита Фигули. Это вы тоже не знаете. Пренаследовали его из-за маличкости, граф. Это знакомый писатель словацкий. Облечený za vojaka, tajovský. Taj, to znači tajovský, je to to, že písateľ, ktorý písal knihy. Debna, ktorá slúžila za stôl, mináč. Je to kukučín, švantner. JG, pseudonym JG. Vajanský. No посмотрите, это створительным падежом. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. No и это уже за, но словесна предпона, это значит префикс глагола. Если за префикс глагола, это могут быть эти значения. 1, 2, 3, 8. No. 15. И здесь примеры. Это все 16, 17, 20 значений. 20 значений. Ну, товарищи, это будет так легко, что я уже вижу, что вам будут ваши волосы на голове стоять, как это будет легко. Я бы хотел видеть, как это говорит правильно человек, который это выучил за 5 минут. Но у меня такой человек, который... Из Сербии он очень хорошо говорит по-словацки. Отлично. Он очень мало ошибок сделает, но я заметил, что он делает ошибки в предлогах. И в этом предлоге за. Он тоже когда-то сделает ошибку. Ну почему? Потому что это легко? Ну нет, потому что это очень сложно. Это очень сложно. Ну посмотрите, я вам напишу это здесь. Это большая ошибка. Если кто-то, русский или украинец, слышит предложение словацкое, пришел сон за вам, он думает, это как по-русски, это точно как по-русски, это за, это легко, это значит русское за. Но это не так, потому что одно значение как русское, но там 50 или 60 других значений, и эти не как русское. И может быть и на русском языке такое значение этого за, которое на словацком нет. Например, пришел сам за вами, это правильно. Но этот человек, который работает здесь, он сказал, пришел сам за проектом. Но это уже неправильно, потому что это первое предложение значит... Куда я пришел? Это другое значит, почему я пришел. Предлог за никогда на словацком языке не значит почему. Почему? Там уже надо взять другой предлог. Это предложение, это неправильно, это глупость, это не значит ничего. По-словацки надо сказать. Пришел сам. Препроект. To znači, ja хочу это взять со собой, или пришел сам по проект. Ja хочу это взять, или пришел сам кволи проекту. Кволи, это значит, я хочу говорить об этом проекте. Я пришел, потому что я хочу об этом говорить. Пришел сам кволи проекту. Это все правильно. Пришел сам за проектом, это неправильно. Это не значит ничего по-словацки. Вы не можете думать, что потому что в одном предложении это значит то самое, что на русском языке, что и другие значения будут то самое, что на русском языке. Это не может так быть. Это никогда так не будет. Ну, посмотрите, здесь была у меня одна ошибка.
Прищел. Теперь я вам покажу еще одно значение, такой пример, которое на словацком языке есть, на русском нет. Иде или идем за мурара. Мурар – это каменщик. Это значит, я буду работать как каменщик, это, или я буду учиться на такой школе, чтобы я работал как каменщик. Идем за мурара. Если бы я сказал, идем за мураром, это значит, я хочу с каким-то каменщиком говорить. Третья заложка – это синонимический словник. То есть заложка. Prvá záložka, druhá záložka, tretia záložka. Надо napísať slovácké slovo, napríklad pršať. Pršať je to glagol. I my nehovoríme ide od došť. Jestli by ja po slovácky skázal ide dášť, to by značilo jebu zavu došť i on ide od po ulice. My hovoríme prší, je to kak daždiť. No, synonyma. Zde je glagol pršať. I vsi eti slova je to pršať. Je to tože. Tam mogú byť malinkie raznice medzi nimi. Malinkie, napríklad silno ide od došť, slabý došť. Padať, moknúť, poprchať. Je to dlho je R, poprchať. Drizzling in English. Poprchávať, kropiť, kvapkať, sprchať, pokropovať, prchať, mrholiť, siholiť, sihliť, rosiť, romoniť, prcholiť, smokliť, smoklica, sopliť, soplica, šepoliť, osievať sa, sypať sa, trúsiť sa, liať sa, cediť sa, pľušťať, šústať, rydať sa, cechtiť sa, člapotať, čurčať, šíbať, šláhať, prať. To si označiť ide od došť. No Filip, poď pozrieme si nejaké synonymá. Dáme tam napríklad, tam napíšeme, že jesť. Jesť a synonymický slovník. No poď mi to prečítať, čo tam je napísané. Pojedať, poznať, požívať, nepoznám, šúvať, papať, papkať, hamkať, jeckať, riskať. Lúbkať, ujedať, uhryzať, zajedať si, pochutnávať si, žrať, hltať, chlamtať, napchávať sa, pchať sa, čkať sa, načkávať sa, chvátať, šrotovať, cúkať, gňaviť, prehrňať sa v jedle, konzumovať, mastiť si pupok, sietiť sa, nasycovať sa, živiť sa, stolovať, stravovať sa, chovať sa, byť na chôve, to všetko poznám. Všetky si poznal? Uh-huh. A je tam aj nejaké, ktoré si nepočul nikdy? Uh-huh. Je tam také, čo nepočul som, ale viem to. Ktoré? Mastici pupok. Mastici pupok si nikdy nepočul, ale z logicky si odvodil, čo to znamená, áno? Uh-huh. Vážne? Uh-huh. No trošku by si mohol aj celou vetou odpovedať. Áno, bolo to tak. Aj gniaviť si počul? Áno. No tak to je super. Dajme si ešte, že kradnúť. To stačí. Nie stačí, dáme si ešte kradnúť. No. Jaký je rozdiel medzi kradnúť a kradnúť sa? Kradnúť alebo sa je zakrádať tak, sa. Čo to je? To je, kradnúť sa je proste také, že ideš tak, aby ťa nikto nepočul. A výborne. Kradnúť je také, že čo bereš. Výborne, to si ani nečítal. No prečítaj mi tu na synonymy od kradnúť, čo tam? Odsudzovať, okradať, odierať, stierať, škobať, rozkradať, kmíniť, poťahovať, zbíjať, lúpiť, lúpežiť, zbojničiť, koristiť. No a je niečo z toho, čo si ešte nepočul? Všetky slova si počul. Zakrádať sa, prikrádať sa, odkrádať sa, plesiť sa, lúdiť sa. Jediné, čo som nepočul, bolo lúdiť sa. Ešte raz mi povedz, koľko máš rokov? 8. Dobre. Tak, na dnes stačí, povedz ahoj. Ahoj. Štvrtá záložka je slovník cudzích slov. Slovník cudzích slov.
Цудзи – это чужой. Но какие это слова? Чужие слова – это слова, это словацкие слова иностранного происхождения. Почему у них такой словарь? Какие это слова, например? Депалатизация, депанданция, департамент, депенденция. Почему надо такой словарь? Но это потому, что эти слова, которые иностранного происхождения, я уж буду говорить только чужие слова или цудзие слова, у них другое произношение и другая грамматика. Как я знаю, что это чужое слово? Как я это знаю? Но ребенку я так сказал. Если это такое слово, которое в многих языках, и это что-то такое новое, техническое, это чужое слово. Например, телевизор, радио. Эти слова недолго таких слов. Если это слово из науки, это тоже чужое слово. Например, диагноза. Диагноза – это из медицины. Медицина – это наука. Это не новое слово, это существует очень долго, но это слово международное, это из науки. Это правило, это не все. Да, есть и другие чужие слова. Но для ребенка это хватит. Какая там разница? Первое правило, что де, те, не, ле, ди, ти, ни, ли. Это мы читаем твердо, если это чужое слово. Это твердо. Это не телевизор, это телевизор. Это не радио, это радио. No, в словацком языке это не так просто, есть и словацкие слова, которые мы читаем твердо. Там много правил, и по-чешски это легко. Если по-чешски «д», это всегда «д». У них есть такая буква, это «д». Это «д». Они напишут «декан», это «декан». По-словацки «декан», и надо знать правила, почему это мы читаем твердо. Мы читаем «декан». Декан. Там много правил, мы это будем учиться. Там много правил. Например, «еден», «день», Ивана Денисовича. «Еден» – это твердо, это значит «один». Твердо. Это не чужое слово, это словацкое слово. «День» – это тоже словацкое слово, и то мы читаем мягко. И «Денисовича» – это мы читаем твердо. На словацком языке надо знать правила. На чешском языке и на русском языке все мягко, это легко. Но здесь надо знать правила. В чужих словах это всегда твердо. Но это не так легко сказать, которое слово чужое для иностранца. Ребенок, которому 6 лет, это еще не знает, но если ребенку 8 лет, он это уже знает. Если вы скажете мягко чужое слово, люди бы могли думать, что вы идиот. Потому что это ребенок знает, вы не знаете. Если кто-то скажет санитка, это дурак, потому что он не знает, что санитас – это латинское слово. Да, санитка – это ambulance car. Ambulance car, санитка. Другое правило произношения, что там никогда не дифтонги. Диагноза. Мы читаем как две диагноза. Диагноза. Биология. Это тоже чужое слово. Биология. Вяц. Это дифтонг. Вяц. Диагноза. Вяц. Это другое произношение. Да? Или, например,
Ряд. Дети. Это словацкие слова. Ну, теперь, что такое слово верить? Veritas – это правда на латинском языке. In vino veritas. Во вине є правда. Во вине є правда. Это чужое слово или нет верить? Но это не чужое слово, потому что это в другом языке это есть, но это не касается техники, это не касается науки. Это из санскрита. В латинском языке это из санскрита, в словацком языке. Верить. Что такое слово, как, например, «оцеан»? Я тоже не знал правильно «без оцеану» или «без оцеана». Что правильно? Это я не слышу. По-словацки бы могло быть и так. Это чужое слово или нет? Но нет, это не чужое. Почему? География – это наука. Да, но это слово океан или оцеан существовало еще скорее, чем возникла география. Да, это очень старое слово. Это не, это в многих чужих языках, но это не из науки. Склонение будет другое, если я знаю, что это не чужое слово. Я вам покажу словацкие склонения. Это склонение существительных. На словацком языке 41 склонений существительных, на русском 3 склонения, на чешском 15. Род на словацком языке 4. Это мужский животный. Род. Животный это значит одушевленный. В грамматике есть такое слово. Животный – это прилагательное, которое значит то, что касается жизни человека. Животный – это не животное, как по-русски. Животное по-русски – это звера. Звера по-словацки. Животный – партнер. Животное – поистине. Поистине. Поистине – это страхование. Но страхование по-словацки – это значит, что кто-то боится другого человека. И есть такое… Русское слово «стапарение» – это никогда не говорите, это слово, это значит «эрекция», «эрекция», «стопорение». Это никогда в Словакии не говорите. Мужский животный род, образец, хлап, хрдина, кули, обчан, друг, человек, хокеиста, детко, гусита, старки, ведуци тоже, гусита. Старки ведуци. Мужский род. Неживотный. Это образец. Это образцы. Это женский род. Образец, жена, улица. Каждый образец это одно склонение. Там другие падежные окончания. И это... Средний род. Девча, сердце, высвечение, место, гимназиум. Например, место. Место – это город. Город. Там 7 падежов на словацком языке. 5 падеж – это у неживых существ. Нет? Место, место, мест, места, места. Но посмотрите, я вам покажу только родительный падеж, множественное число. Агрессия, либо агрессии. Цесаровна, цесаровен. Цесаровен. Идеа, идеи, одно и. Старка, старких,
девчат, например, сердце, 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 висвечани, мест, гимназии, просто газдин, кости, это только генитив, это родительный падеж, множественное число в каждом. Жен, улиц, этого много. Это 41 склонений. Ну что я вам хотел сказать? Например, такое слово как mail. Нормально бы человек думал, что это образец дуб, потому что это мужский род, в конце это дуб. Я это тебе напишу, пошлем ти то в мейле. Но в дубе, правильно, в мейле или в дубе, теперь кто-то не знает. Но мейл — это чужое слово, это не может быть образец дуб. Мейл — это образец туннел. И мы говорим в туннеле, в мейле. Пошлем ти то в мейле. Каждый словак слышит, что в мейле — это неправильно. Пошлем ти то в мейле. В дубе. В мейле. Это другое падежное окончание только потому, что мейл — это чужое слово, чужое слово. Дуб — это не чужое слово. Потому надо знать, которые слова чужие, которые нет, чтобы вы могли правильно становить падежные окончания. И если кто-то думает, что он будет говорить правильно эти окончания без изучения этих образцов, это невозможно. Может быть, что это на русском языке возможно, потому что там этого не так много. Но 41 склонений не может никто говорить правильно без изучения. Ну и теперь мы вернемся к тому, как меня зовут и что я сказал в начале. Мы уже говорили о вас достаточно, теперь мы будем говорить немножко о мне и о словацком языке. Меня зовут Ярослав. По-словенски это Волам са Ярослав. Волать са — это значит именоваться. Да? Волать са — именоваться. На чешском языке это Именуй се Ярослав. Именовать. Это близко чешский язык. Волать. Это звать или звонить по телефону. Или call in English. Call. Волать са — это уже другой глагол. Это значит именоваться. Это са — это такой формант. На словацком языке формант и са или си. Это может значить обратимый глагол. Себа равна са. Это долгая форма себа, как русское себя. Это ся — это короткая форма. Невозможно говорить так или так. Там правила, когда надо взять долгую форму и когда короткую форму. Да, это обратимый глагол и себе. Себе. Это си — это другой падеж. Да? Это для себя. Или себе — это си. Но са, си — это может быть тоже страдательный залог. Это может быть безличная форма. Это на русском языке нет. Это может быть отношение взаимности или
это может выражать меру, просто это очень сложно, да, мы все это будем учиться, выражать меру. Идем си поспать. Что это значит? Идем, это going to future, идем, I am going to sleep a bit. Идем си, но почему там это си? Ну, потому что это значит для себя, для кого я буду спать? Я буду спать для себя. Ну. Да. В этом случае это часть глагола полного значения. То, например, влачить. Другой глагол влачиться. Влачить это значит тащить. Влачиться это тащиться, это что-то другое. Влачить, тащить это значит нести что-то такое тяжелое. Влачиться, тащиться это значит идти медленно. Он идет медленно. Вы могли заметить, что я читал Ярослав здесь У. Письменно В. Письменно это буква. Буква В может быть на словацком языке звук У или В или Ф. Например, втак, это В, надо читать, в этом слове надо читать как Ф. Втак, это птица, да? Слово полевка. Полевка. В этом слове надо читать это В как У. Буква В, звук У. Полевка. Полевка это суп по-русски. Суп. Но суп по-словацки это такая птица, это стервятник или коршун. Да, суп. Полевка. И, например, слово доволенка. Доволенка. В этом слове буква, письменно В, письменно это буква, равна се звук В. И все эти правила мы будем учиться. Когда надо читать В как Ф, когда надо читать В как У и когда надо читать В как В. Там правила, которые надо знать. И это касается практически каждой буквы в словацком языке. Я вам покажу. Здесь буква и здесь звук. Да? На словацком языке 60 звуков. Это мы называем фонетическая транскрипция. Фонетическая транскрипция. 60 звуков, 21 гласных звуков. Это очень много. Например, на английском языке только 14 гласных звуков. Да? Но. Например, это буква Н. И это такое «на», но есть и другое «на». Посмотрите, это другое «на», это тоже «на», и это тоже «на». Да? Это мы все будем учиться, не только как это надо читать, но тоже когда, какие правила, когда надо «на» читать так, когда так, когда так.
«я». В этом слове мы читаем как «я», и в этом слове мы читаем как «и». Край. Два «я». Край. Тоже несколько «м». Амфитеатр. Это «м». Это другое «м». Бинго. Бинго. Обратите внимание только на это «н». Инженер. Это «н». Это другой звук. Бинго. Инженер. Например, слово бронхитида. Это на... Или слово нос. Это как по-русски нос. Да? Бинго. Инженер. Бронхитида. Нос. Вы это слышите? Вы слышите эту разницу? Бинго – это в задней части языка. В задней части языка это возникает. Это возника в задней части языка. Бинго. Или ценгать. Амка. Это первое «н». Инженер. Инженер. Это другое «н». Бронхитида. Это третье «н». Нос. Четвертое. Это не все. Еще. Это еще не все. Хамба. Здесь мы это читаем как «м». Хамба. Или «жемба». Это написано «н», но надо читать «м». Хамба. «Жемба». Хамба – это позор. Позор. Есть и такие дураки, которые напишут по-словацки «хамба». Но это... Так, но это такая ошибка, как это что-нибудь страшное, да? Я уже видел словака это написать. Потому что это имя существительное, он может сделать имя прилагательное, это ханебный, ханебный, позорный. Это уже ясно, что это не, мягкое «м» не существует, да? Ханебный, ханебна. Женщина, ханебна жена, ханебный муж, ханебна жена, ханебне дитя. И наречие, адвербиум, это ханебне, ханебне, адвербиум, присловка, присловка, присловеса. Словесо, это глагол. Словесо – это глагол по-русски. При словесе. При словесе – это присловка. Это adverb. 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 И наречие. Это долгое «н». На словацком языке могут быть и согласные долгие. Денный. Это не денный, это денный. Это долгое «н». Или ранний. И существует такое слово «ранний». Вы можете слышать эту разницу? Ранний. И это ранний. Ранний. Это значит скорый или алебо вчасный. Например, рана готика. Алебо ранний палеолит.
ранний палеолит. Рано – это утро. Рано – это утро. Ранний – это имя прилагательное, это значит то, что касается утра. Например, ранний чай. Да? Ранний чай. Это такой чай, который я пью утром. Или ранняя розцвичка. Ранняя розцвичка. Это утренняя физзарядка, да? Ранняя розцвичка. Но. Я еще забыл сказать, доволенка – это отпуск. Доволенка. У нас было такое слово. Доволенка – это отпуск. Доволить – это позволить. Это может значить что-то другое. А чё, си то ку мне доволил? Чё, си то ку мне доволил? Доволил. Си о себе вела мислиш, не? Си о себе вела мислиш, не? Са теда ховаш. To si si vymyslel. To si si vymyslel. Sa robíš, aká si, čo si sa ty s koňom zrazila. No. Je to takové primitívne predĺženia. Такие примитивные предложения, это очень неформальный разговор, но сложность грамматики очень высокая, там много си-са. Но вы это все будете знать, если это выдержите. Теперь я вам скажу, что я сказал в самом начале видео. Это было «Добрый день». Dobrý deň. Ako sa máte? Ako sa darí? После того я сказал что-то по-русски, и в конце я сказал: так, ideme na to. Так, ideme na to. Так, ideme na to. Теперь я вам скажу, что это значит, но добрый день это каждому ясно. Это, что там были еще, какие возможности? Что там еще было возможно сказать? Ахой. Ахой, это так как привет, но это не привет. Потому что привет вы можете сказать и чужому человеку. Ахой, это только для друзей. Это можете сказать ребенку, или ребенок ребенку, или взрослый человек ребенку. Вы можете сказать такому человеку, которому вы говорите «ты», «тыкать», «тыканье», которому вы говорите «ты», это для друзей, для семьи, семья ваша это может быть. Но если бы вы сказали чужому взрослому человеку «ахой», это бы было неприлично, это неприлично. «Ахой» – множественное число «ахойте», если более чем один человек, более людей. И вы на конце, в конце разговора тоже скажете «ахой». Это разница. «Привет». Я скажу «привет», и в конце разговора я скажу «пока» или что-нибудь другое. А тоже можете сказать «ахой, ахойте». «Ахой, ахойте». Это такое неформальное. «Добрый день» это может быть формальное. «Добрый вечер». Доброе рано.
No dobrý večer, dobré ráno. Это я бы сказал только дома. Если я на работе и 8 часов, я скажу добрый день. Если уже 20 часов я на работе, я бы тоже сказал добрый день. Добрый день, не добрый вечер. Добрый вечер это можете сказать, если вы приходите в гости к соседам, например, да? И скажете добрый вечер. Доброе рано. Наздар. Это только для молодых людей, и это говорят люди, которые вместе в одной, например, дети из одной школы, или это могут говорить милиционеры или солдаты. И в конце разговора скажут майса. Добрый день. И в конце разговора довидения. Довидения. Если вы это говорите по телефону, вы не можете сказать довидения, потому что вы этого человека не видите. Вы скажете до почутия. Почуть это слышать. По-словацки почуем. По-чешски слышим. Слышим. Это как по-русски. По-чешски. Довидения. Alebo до почутия. Alebo это или. Довидения. Alebo до почутия. Если вы не видите этого человека. Наздар. Что еще так? Какие там еще возможности? Ахой. Вы можете сказать тоже. Ахойко. Ахойчек. Это так называемая уменьшительная форма, но в словацком языке вы можете и глагол уменьшить. Вы можете сказать ребенку, что робкаешь, что робишь, это нормально, что ты делаешь. Что робкаешь, это уменьшительная форма, но если вы это скажете женщине, есть такие мужчины, которые это скажут женщине, но я думаю, что женщины это не любят. Они скажут, что это какой-то дурак, который говорит со мной, как с ребенком. Они это не любят, но есть такие мужчины, которые это говорят. Чё робкаешь? Ахойко, ахойчек. Это для друзей. Вы можете еще сказать, кроме ахой. Сервус. Севас. Сервус. Это такой сленг. Религиозные люди говорят с Паном Богом, с Богом. Богом, с Богом. С Богом это в конце, с Паном Богом это в начале разговора или в конце. С Богом это только в конце. Это начало и тоже конец. С Богом, а с Паном Богом, это может тоже, там тоже другое значение, это может выражать такое унижительное отношение. Может это выядровать зневажующий постой. Зневажующий постой. Выядровать зневажующий постой, это значит выражать унижительное отношение. Но как далее это можете сказать? Например, кто-то, у кого у вашего друга была такая хорошая идея, и он покрасил свои волосы на зеленый цвет. И вы скажете ему, но с Богом, это что-нибудь страшное. Ты си тому але дал. Ты си тому теда але дал. Но ты визираешь. Но ты теда визираешь. Но ты теда але визираешь. Это такая частица, але может быть и союзи частица. Это акцентирующая частица в этом предложении. Это выражает акцент.
No ty teda ale vyzeráš, ty si tomu teda dal, ty si tomu, môžete skazať i na, ty si to, ty teda ale vyzeráš. Или другой пример, если кто-то скажет что-нибудь такое, такую глупость делает, например, ваш друг вам говорит, я сам поведал манжелке, я сам поведал манжелке, же манжелка ako taká, v podstate ani nie je rodina. Z vedeckého uhla pohľadu sa jedná geneticky cudziu ženu, ktorá behá po tvojom byte sem a tam. No što je to značiť? Ja skazal moje supruge, što supruga ako taká. Kak taká ja? Как такая, ako taká. В подстате, в существе ani nie je rodina. Ani je to, je to очень сложное слово, там много значений. Это не твоя семья. Rodina je to семья. Это вы знаете? Потому что rodina по-русски je to что-то другое. Rodina. Rodina je to власть по-словенски. Власть. Я напишу, потому что rodina, это семья. Русско je слово rodina, это по-словацки власть. Русско je слово власть, это по-словацки влада. Да? Z vedeckého uhla pohľadu, veda je to nauka. Veda je to nauka. Výskum. No što je to výskum? Исследование – это research. Веда – is science, and výskum – is research. Vedec – scientist. Výskum. Z vedeckého uhla pohľadu – uhol pohľadu je to točka zrenia. Z točka zrenia nauky sa jedná, jednať sa. Jednať sa. Čo je to takové jednať sa? No ja думаю, что это jednať sa, это на русском языке нет, и это sa, это в этом случае выражает общественное правило. Общественное правило, общественную форму, это тоже на русском языке нет. Но это мы будем подробно учиться, когда мы будем говорить о формантах sa, si. С научной, с точки зрения науки супруга, это генетически чужая женщина, которая только бегает по твоей квартире взад и вперед. Бит – это квартира. Бит – это квартира. Но я ему скажу, ну а что твоя жена сказала? Ей это понравилось? Ну, я не знаю, если понравилось, она меня гоняла по квартире. Ну, а ты си тому тогда але дал. Ты си тому але дал. Я ему скажу, такую глупость си поведал. Або таку говадину си поведал. Говадину, это сленг. Говадину си поведал. Поведать это сказать. Недоконавый вид. Это несовершенный вид. А доконавый вид. Доконавый вид, это совершенный. Если это слово, другое слово, например, говорить, это по-словацки говорить. Но сказать, это поведать. Поведать. И в этом случае это другое слово.
Hovoriť, je to nie jak povedať, je to jak druhé slovo, no je to to samé slovo. Je to my gavarím, že je to supletívna vidová dvojica. Supletívna vidová dvojica. Magúť byť i dvie, napríklad paslovácky robiť, je to dielať. Je to nesavršený vid. I savršený vid urobiť, ili, alebo je to ili, spraviť. Pačešský je to dělat, je to jak parusky. Dělat, udělat. Udělat. Je to jak dělat i sdělat. No paslavácky tam dvě vás možnosti. Urobiť ili spravit. Spravit je to pačešský reparírovat. No, jest predloženia, kde vy môžete gavariť tak, jak tak. Napríklad, urobiť úzol, je to to samo, je jak spraviť úzol. Urobiť úzol je to isté, ako spraviť úzol. Má to rovnaký význam. To samo je značenie. Je to imie, jedy, ja skázal, má to rovnaký význam. No, jest také predloženia, kde je to neznačí, to samo je. Napríklad, naša obec sa v poslednom čase spravila. Naša derievňa v posledné vriemia ulučila, je to značiť ulučila, je to značiť vylepšila. I vy mne môžete skazať, naša obec sa v poslednom čase urobila. Je to ničivo neznačiť. Ili druhý primier, ten pes ti nič neurobí. Eta sabáka, ten pes je to sabáka. Pes je to sabáka, psie srdce, ja čítal, je to Michail Bulgakov, psie srdce, vy je to čítali. Ten pes ti nič neurobí, znamená, nepokúšaťa, pokúsať, je to bite in English, he wouldn't bite you. Nepokúšaj, nič zlé ti neurobí. No, jestli by skázali, ten pes ti nič nespraví, je to značiť neposlúchne ťa. Neposlúchne. Ty jemu povieš poveli, napríklad sadni, čo mi gavarím sa bavke? Ľahni, vstaň, zostaň, stopa, štekaj. Tam je lumpisko, lump, in English, kun, lumpisko. To je augmentatívum, taký veľký, taký balčoj, necharoší človek. Tam je lumpisko, chyť ho, chyť lumpiska. Je to, viem uskážete, sadni, ľahni, on ničivo nezdelajet, neposlúkne ťa, neurobi to. Ten pes ti nič nespraví, on dlativí a ničivo nezdelajet. Je to druhé značenie. No, je to chyť ho. Ja zabil skazač, to je to chyť ho. Chytiť je to izloviť ili uchvátiť. A povel je to kamanda. Da? Povel. A poslúchnuť, je to to, že neskazal. Poslúchnuť. Je to poslúšať. Poslúšať. No, čo ja vám ešte chcel skázať a v tom
уробить, справить. Этого будет очень много, я теперь только немножко вам скажу. Уробить может быть и такое, что вы долго делаете, это сделать. Справить это тоже сделать, это можете вы так быстро сделать за секунду. Например, мама говорит, чё-то справил, ты си разбил вазу. Но она разбила это за секунду, это апостроф, контракция, чё-с, может быть, чё-си, это значит, что ты, потому что си это глагол быть для ты. Или это может значить то же, чё-си, что-нибудь. Мы будем учиться будеме sa tejto kontrakcie učiť. Čo si to spravil, ty si rozbil vázu? Čo si to urobil, to necháš. Čo si to urobil? Ty si pomaľoval všetky steny. On pokrasil vsie steny, no to on dielal dlho. Это разбил за секунду, потому справил. Но это он сделал, уробил то за 60 минут. 60 минут, он долго то робил. При этой грамматике мальчик тоже знает, что он не будет наказан. По-чешски это может быть, это может значить что-нибудь страшное. Они скажут, Co si to udělal? Ty jsi ho zabil. Co ty jsi dělal? Ty ho ubil. No po slovácky to bývá je to malinký malčí zdělat, co to nepravil, no on znaje, že on nebude nakazán, protože to je ta situace, je to takové miluje. Je to takové miluje, například on chtěl v kuchni, že to sám dělat, jemu 6 let, on chtěl варить сам. Ну и мама или папа посмотрели мука в его голове и на лампе, и мука в ботинках. И ему скажут, что ты справил? И он знает, что не будет наказан. Или например, кот, то есть коцур. Коцур си лягне на черство выжеглене. На черство выжегленную белизень. Это значит кот ложится на свеже выглаженное белье. Белье. И я ему скажу, что ты справил? И кот, он уже понимает по-словацки, он знает, что он не будет наказан. Он не будет наказан. Коцур это кот. Си лягне, си. Для кого он это сделал? Он для себя. Для себя он это сделал. Белизень, я хотел сказать прадло, но прадло, это очень часто словаки делают эту ошибку, они скажут прадло, но это из чешского языка. Белизень правильно, прадло это неправильно. Мачка это кошка. По-словацки, по-чешски кочка. Это как по-русски. Мачка. Цица. Цицушка. Мицка. Мицинка. Мачечка. Мачиатко. Мачиатко. Кочатко. Это все кошка. Коцур, это мальчик. Коцуриско. Велкий свалнатый коцуриско. Свал это мышцы свалнатый, много, такой сильный. Такой коцуриско, такой статный, завалитый,
silný, ťažký kocúrisko. V inzeráte môžete čítať darujem mačiatka. Darujem mačiatka. No ja vám ešte skážu, páči mu je to mačka. Mačka. Je i takový glagol. Sloves mačka. Mačka, kde to značí? Stiskivať. No čo dela je človek? Páči mu človeku. Nužná je taká, taká jak kôžka. Potom už to on stiskiva je tú kôžku. Je to značí stiskivať. Mačka. Lebo sa rada mačka. Mačka sa rada mačka. Ja mačkám mačku. Mne gavaril jeden človek z Českej republiky, že na slovenskom jazyke glagol je tam vždy M, jestli je to ja v prvej osobe. Tam vždy sufix M. Na českom, napríklad na českom, dělám, ja dělám, ja lyžuji, ja čtu, čítajú, jak po rusky, ja dělám. Po slovácky, ja robím, lyžujem sa, zdes na slovackom sa, na českom v tom slove nie sa. Je to kak katať sa, jestli po rusky katať sa, po slovácky tam sa, katať sa na lyžach, lyžovať sa, katať sa na koňkách, je to korčulovať sa, korčule je to kaňky, lyžujem sa a čítam. Tam prosto vsigda M. No, je to neznáčiť, čo tam toľko M. Je to nie tak. Tam nie je toľko M. Je to glúposť. Pátam už to pracovať. Pracujem. Tam sufix prípona ujem. Žuť. Žujem. Tam sufix jem. Kričať. Kričím. Tam sufix im. Chudnúť. Chudnem. Tam sufix nem. Nem. Brať. Brať. Beriem. Beriem. Tam sufix jem. Chytať. Chytám. Tam sufix ám. Na ruskom jazyke 5 grup glagolov i 2 spraženia. Na slovackom 5 ili 6 grup i 14 spražení glagolov. 14. Je to oči mnogo. Na českom ja neznajú točné. Ja dúmam, že to tam 19 spražení glagolov. No na slovackom ešte takové prabliem. Vy znajete, čo je to asnova slova. Napríklad chytať, pochytať. Pochytať. Pochytávať. Je to
A znova slova my hovorím kmeň. Kmeň, je to parúsky štamp. Das ist wie Deutsch. Štam. Sprechen Sie auf Deutsch? Ja. Das kann ich alles auch auf Deutsch, in der deutschen Sprache erklären. Das ist überhaupt kein Problem für mich. Na also, každý slovácky glagol imieť četyre asnovy slova. Četyre rozličné asnovy slova. Eto my nazývajem prefix, je to predpona. Predpona. Kmeň. A prípona. Je to sufix. Predpona, kmeň a prípona. Je to po predpona, chyt, je to kmeň. No závisí, kakoj kmeň. Tam mohú byť četyrie rozličné u každého glagola. Je to to, že nádo vyučiť. No ja dúmajú, že tam tak mnogo etich sufixov, že je to M v kancie, je tam vždy M, no je to... Nezdieľajú deti sufixy ľahkými. Toľko, što by vy znali, kak páči mu tam vždy M v prvej osobe. No ti pýdaj vednú k etomu dobrý deň. Tam ešte, što tam ešte, pá, je to my gavarím, je to dla ditej. Vítajte. Je to kak welcome. No, vítajte, je to niekak ahoj, ahojte. Vítaj gavarík človek, ktorý doma. Je to negavarík človek, ktorý k nemu príde od gosti. Vítaj je to gavarík. No, je to vás možno skazať i na ulice. Vítaj, jestli ja jemu gavaríu ty, jestli ja jemu gavaríu vy, keď mu vykám, ja skážu vítajte. E to neznačí, že to je to mnogo ľudí. Vítajte, to je na znak úcty. Znak úcty. Ja vám nebudu gavariť psie slova, návda rabotať i s etím www.slovnik.sk, slavár. Na znak úcty. Ešte takové jesť. Mužina môže skazať ženšine boskávam. Je to celujú. Ruky boskávam. Ili rukičky boskávam. Jestli je to taká je ženšina, taká je 40, 50, 60 let, ona tak očin krasivo a dieta. U nej je deňgy. No, nie taká je dura, u ktorej je deňgy. Je to taká je obrazovaná je ženšina. Napríklad ona vráč, ili ona direktor, ili ona chudožník. Tak dá, ona kak lady in English. Mužčina je to skážet i on nepaceluje druku, on toľko tak i z 5-10 cm paceluje. Tam rastajanie od 5 do 10 cm. On vás mi odie ruku i paceluje v rastajanii. I skážet boskávam, ruky boskávam, ručičky boskávam. Jestli on príde od gvosti k takoj ženšine. I je to gavariat ľudí, ktorí je tože obrazovaní. Jestli kto to takoj u kavo raditeli taký je neobrazovaný. Môže byť, že to chatia on slavák, on to nikakda neslyšal za celú žízeň. Niekatorie deti je to to, že gavariat babuške. Boskávam. No, to nebýva jed očin často. To nebýva jed očin často. Vám mám guť kazať sa niektoré predloženia, ktoré ja vám hovorím, také je stranie, no mne to, že skazali v škole takda dávno, takové, jak mňa učili také predloženia, jak môj otec traktorist, moja mama da Jarka, jestli ja budu хорошо učiť sa, ja budu rabotať na zavode Krásna zvezda. No je to tak tupové predloženie, je to takové komunističské predloženie. No ja to zapomnil 30 let. To ja pomňu. Páči mu ja to pomňu, no imeno patamu, što je to takoje tupoje. Ja to nebudu podgatavljať, no ja vám budu tože gavariť takije tupije predlaženja, patamu, što vy to možete хорошо zapomniť. No, ja dúmaju, što je to tak. Teper mi vrnjom sa
к этому, что я там сказал в начале, там я сказал ako sa máte. Ako sa darí? No посмотрите, здесь я напишу mať sa. Что это значит по-русски? Mať sa, быть в состоянии, намериваться, обстоять, чувствовать себя. Это может значить как дело, или это может значить врач. Если это скажет врач в больнице, это значит, как себя чувствуете, если вас что-то болит, или так, мать са. Дарить са, ако са дари, вести, ладить са, спорить са, удавать са, добре са дари, хорошо живу, это что-то такое. Глагол мать. Я напишу мать. Это на словацком языке может быть и глагол полного значения, и вспомогательный глагол. Ауксилиарное словесо. Ауксилиарное. Что это значит, глагол полного значения, если кто-то не понимает? Если бы вы сказали «я хочу», но это не глагол полного значения «я хочу». Но что ты хочешь? Что ты дурак? Ты не сказал глагол полного значения. Я хочу пить. Но это уже каждый понимает. Если вы скажете только «я хочу», это никто не понимает. Потому что «хотеть» — это вспомогательный глагол. Глагол «мать» — это может значить «иметь». Но там еще много других значений. Я вам это покажу. Ну, посмотрите, это «мать». Словенский правопис. Это значение. Это все «мать». Все это «мать». Мать. Это более чем 140 значений. Это глагол. И тоже глагол «исть». Но посмотрите на это. Как это легко. Это тоже более чем 100 значений. Все это «исть». Но мать на словацком — это может быть ауксилиарное словесо. Это может быть модальное словесо. Это может быть лимитное словесо. Это тоже ауксилиарное, то тоже ауксилиарное словесо. Это может быть споновое словесо. Словесо «мать» может быть ауксилиарное словесо. «Мать» может быть модальное словесо, может это быть лимитное словесо, а может это быть споновое словесо. Лимитное словесо, это, например, и на чешском языке нет. Лимитное словесо, это выражает going to future. Споновое словесо, это глагол союз по-русски, English, it is linking verb. Есть и другие вспомогательные, есть и фазовые словеса, но это уже не глагол быть, есть и так называемые категориальные словеса. Это все мы будем учиться. Модальное словесо, то вияруе облигацию. Майтел ма заплатить за, не майтел, найемца, ма заплатить за všetky škody на маятку. То говори судца, это судья говорит. The tenant shall
pay for all the damages to the property. Rovná sa. To je obligácia. Shall. Shall in the meaning of obligation. Musel som zavolať políciu. Musel. Past tense of must. I had to call the police, but it is not in Slovak. If I said mal by som zavolať políciu, it means I should call the police. I should call the police. Mal som zavolať políciu, it means I should have called the police. It's speculation about the past. I should have called the police. I should have called the police. Mal som zavolať políciu. Teper vy približiteľno znajete, že to kakoj modálny glagol je to, no konečno je to garazda slažnieje. Limitné sloveso, it is going to future. To môže byť ísť. Idem spadnúť. Je to na českom jazyke niet. Je to značiť I am going to fall. I am going to fall. Idem spadnúť. A keď si už škovránky mali hrdlá vyspievať, uleteli. Čo je to takové škovránok? Vy znajete škovránok? Je to taká ptica. Je to žavaronok. Žavaronok je škovránok. Ptica, ja vám gavaril, čo je to vták. No pa češský, je to pták. Pták, tam už je to petr, kak na ruskom jazyke, ptica. A. Je to slovo A, tam očiň mnoho značenie, to mi budem učiť sa. Kakda uže žavaronky, keď si už mali hrdla vyspievať, je to takové going to, ktoré je slučiť sa čírez niekoľko sekúnd. Keď si už mali hrdla vyspievať, uleteli. Tesne pred tým, ako si mali hrdla vyspievať, uleteli. Tesne pred tým, ako už nemohli. No a to bude jedno video a obetom, limitný slovesa. Potom už to je to ešte závisí od toho, jestli za jakým glagolom savršený alebo nesavršený infinitív. Vy должны знать, когда je to limitné sloveso, когда je to sponové sloveso. Sponové sloveso na slovackom jazyke je to, že perfect tenses. Mať, have plus past participle, passive. Mať plus trpné príčastie. Trpné, je to stradateľné príčastie, je to vždy prošlé. Môže byť činné príčastie a trpné príčastie, ako na ruskom jazyke. No. Keď to budete mať naštudované, bude vám to jasné. When you will have, they don't say future tense after will, but we do it. When you have studied it, it will be clear. When budete mať naštudované. This is future perfect tense.
mať naštudované. Je to nie to samo, je jak savršený vid, perfect tense. Je to my budem тоже детально учиться, потому что эта грамматика на русском языке нет. И вы будете лучше понимать и английский язык через словацкий язык. Вчера сам читал книгу «Совершенный past simple imperfective». Вчера сам прочитал книгу «Совершенный вид». Я целую книгу, я начал читать вчера, и я все, целую книгу я читал до конца. Past Simple Perfective. Ту книгу уж мам двакрат прочитану. Present Perfect. Experience in lifetime. Мам, I have прочитану, read. Past participle. Я не говорю, когда это случилось, но это случилось два раза в течение моей жизни. Здесь я говорю, когда я читал. Вчера это случилось. Это прошлое время. Это вот здесь, это современное время. Present perfect tense. На словацком past perfect и pre-past perfect и future perfect. На словацком тоже Perfect Continuous. Это все мы будем учиться. Ну, теперь я вернусь к этому, что я написал в самом начале этого. Я там написал пар слов уводом. Уводом. Ну, что это значит? Пар. Это по-русски пар, пар. In English, pair or couple. Look, what a beautiful couple. A couple of means несколько. В этом предложении слово пар значит несколько. Тоже на словацком языке такое слово. Несколько, несколько, несколько слов уводом. Ну, посмотрите, здесь словарь, словенский правопис, препнутое на словенский правопис, на заложку словенский правопис, а напишем, напишем несколько, несколько, а не словенский правопис, там синонимический словник, синонимический словник, несколько. Да, колко, вола, колко, колко си, не вела, пар. Там тоже, тоже это слово, и там есть слово пар, зопар. Колко, толко, мало, троху, трошка. Но что я вам хотел сказать? Я вам хотел сказать, что не все эти слова би были хорошие в этом предложении. Это все, это всё синонима, да, колко. Все это значит несколько, несколько. Но да, колко слов уводом... То є добре, добре, хорошо. Вола колко слов уводом, но это уже не хорошо. Колько си, это не хорошо. Невела слов уводом, это было хорошо. В этом предложении. Немного слов уводом, хорошо. Вяцеро слов уводом, хорошо. Пар, зопар, хорошо. Колько толко, это би не было хорошо. Мало не, троху, может быть трошка, трошку, трошечку, трошечка, трошинка, трошинку, трошилинка, трошилинку. Дачо, нечо, чоси, волачо, это би могло быть. Это все значит несколько, и здесь написано, какая там разница, или пример. Потому что маленькая разница может быть, маленькая. На конференцию пришло невела, немного отборников с заграничия. Отборник, отборник. To je expert, expert zo zahraničia. Niekoľko slov úvodom, zopár slov úvodom, zopár, zopár, čosi,
А в Шоссе это уже не так хорошо. Слово слов – это как по-русски. Кого-чого? Какой это падеж? Мы говорим «пад». Мы не говорим родительный падеж, творительный падеж. Мы говорим так-то. Первый пад. Алебо номинатив. А опитовацие знамена сú кто? Чо? Другий пад. Са вола генитив. А опитовацие знамена сú кого? Чого? Napríklad bez koho, bez čoho. Napríklad, je to napríklad genitív. My môžem skazať toľko druhý pád, второй падеж, или toľko genitív. Genitív. Tretí pád. Tretí pád. Datív. Opytovacie zámena komu. Чому? Четвертый пад. Акузатив. Опитовацие замена су кого? Чо? Например, кого видим? Чо видим? Пятый пад. Евокатив. Это ословение. Ословение. Меня в школе еще учили, что пятой падеж – это нормальный падеж, только в некоторых словах это как номинатив. Теперь уже дети учат, что это касается только некоторых групп слов, как, например, люди, семья, профессии, имена, Библия, Библия. Если это предмет, который не живет, неодушевленный, там всегда номинатив. Номинатив. Но зачем бы вы говорили, например, к ботинке? Ты меня слушай, ботинко, ботинко, я тебе хочу что-то сказать, но зачем бы вы это сказали? На чешском языке это возможно. Я вам скажу, позже, почему это так. Будет одно видео, которое будет только вокатив, потому что есть такие люди, которые вам скажут, что это на словацком языке. Нет, но это неправда. Там много слов. Много слов, которые берут этот падеж. Например, пане. Пан. Мистер. Or sir. Пане. Пане. Хлапче. Хлапе. Майстре. Докторе. Братку. Синку. Отче. Боже. No i mnogo drugých slov. Vokatív. Šiestý pád. To je lokál. Kom. Čom. Napríklad o kom hovorím, o čom hovorím. I siedmý pád. To je instrumentál. Kým. Čím. Môžeme aj povedať s kým, s čím, no s kým a kým, je to čo-to drugoje. Tam ráznica. Ja to mi budem vsi učiť sa, no teper ja vám toľko skážu, že tam ráznica. I am doing it with a hammer. Robím to kladivom a robím to s kladivom. Je to ráznica po slovácky. No pozmatrite, my vedním sa k tomu predloženiu. Pár slov úvodom. Ja думаю, что это так, как по-русски, несколько слов. Но увод – это введение. Я не знаю, если бы это было возможно сказать вот так по-русски. Я бы сказал несколько вводных слов. Но если я могу сказать тоже творительный падеж, инструментал, несколько слов введением, ну, я просто, я думаю, что это невозможно, но я могу ошибаться. Я не говорю так хорошо по-русски, чтобы мог на 100% сказать. Но вы уже видите, что там может быть разница.
что это такое падеж. Я не знаю, почему люди думают, что генитив на словацком это то самое, что генитив на русском языке. Почему они так думают? Или акузатив, винительный падеж словацкий, что это то самое, что как винительный падеж русский. Почему бы это было так? Ну, посмотрите, здесь, что здесь написано? Словенская академия вед, вы уже знаете, это Словацкая академия наук. Устав, то есть институт словенского языка. Это такая морфология, это 900 страниц, это очень большая книга. Я написал инструментал, ну посмотрите. Инструментал, это творительный падеж, это несколько слов ведением, почему я так написал. Инструментал, у него есть виды. Там есть много типов этого падежа. Околность, инструментал места, инструментал часу, час это время. Настрой, простредку, поводцу, причины, зрительно, квалификачный инструментал, предметовый инструментал, инструментал преходного объекту, инструментал вилучного объекту, ставовый инструментал, výsledkový instrumentál, obsah adnominálny instrumentál. No, prosto etovo padieža na slovackom jazyke 20 typov. I tam sú ešte aj subtypy pod tými. Pači mu, vy dúmajete, što je to tak, to, že pár ruský, to, že 20 typov i každý typ to samo je, kak na slovackom. Kaká je vierojatnosť etovo? No, ja dúmajem, že to je to vierojatnosť oči nízkaja. I na slováckom, slovo language is crazy, na slováckom je toho oči mnogo. Pasmatrite, je to genitív. Genitív, ešte genitív, akuzatív. Mnogo typov. No, pasmatrím, čo je to značiť. Naprimier. Strana 189. Inštrumentár účelu. Sa mi páči, lebo je to také krátke. No, je to platnosť inštrumentálu účelu je zriedkavá. To značí, že to je to nebývajúť často. No, ja dúmajú, že to každý Slovák. Je to pani majet, je to bývajúť v knigách. No, je to tip, nebýva aj často, no što zdeť napríklad napísano. Pod tým hradom Ríman cár zastal si táborom. Je to z literatúry, je to písateľ, ktorý žil v 19. vieke. Što je to značiť? Pod etím zamkom rímsky imperátor astanavil sa lágerom. No, ja tože neznajú, jestli by je to bylo pravidlo parúsky. Ja by skázal parúsky, on astanavil sa, što by vzdielal lager. To je účel. Účel je to cieľ, purpose. Purpose. Pa čimu on astanavil sa? No, i zde je to, že nenapísano, on astanavil sa, takové slovo je, zastavil sa. Zde je napísano, zastal si. Je to značiť, dľa kavo on astanavil sa. On astanavil sa dľa sibia, patamu, što on tak vzdúmal. On prosto tak vzdúmal, etot imperátor. On nezdielal eto, patamu, što jeho soldáti chateli kúšať, ili patamu, što ani chateli oddachnúť. On prosto, što to vzdúmal dľa sibia, on astanavil sa, no on astanavil sa patamu, što on chatel zdieľať láger. Eto instrumentár účelu, eto tvariteľný padež cieľa i je to slovo lager, tábor, je to v instrumentáli, je to v tvariteľnom padeže. No, ja neznajú, jestli by vy, pani, mali parúsky takové pridlaženie, vy by mogli dúmať, čo on astanavil sa, patamu, že to tam byl, kako je to lager, on chatel adnachnúť v tom lagere. Ja neznajú, jestli by vy je to, ja to, že neznajú, jestli je to na ruskom jazyke nie, ili jestli je to jesť. No, je to nevážno, je to znajete vy. Ja vás nebudu učiť ruský jazyk, vy hovoríte lúčšie, čem ja. I jestli vy Ukrajinec. Je to normálno. No, prosto je to na slovackom jazyke, jestli je to nada pani mať.
Но теперь я вам покажу, что это такое. Это несколько слов введением. Почему это творительный падеж? Я думаю, что это обсаговый инструментал. Обсах – это содержание. Например, обсах штворца в сантиметрах штворцевых – это содержание квадрата в квадратных сантиметрах. Объем коцки – это объем куба. Это тройразмерное, а штворец – это двойразмерный. Обсах штворца. Обсах – это содержание. Но и там еще несколько типов этого творительного падежа содержания. Vysvetľovací objekt. Vysvetľovať je to značiť objasňať. Tam takový predmet, ktorý objasňuje. Kvalifikujúci objekt. Tam takový predmet, ktorý kvalificíruje. I etymologická figura. No a to bude očím prekrásno. Etymologická figura. Niekoľko slov vedeniem, niekoľko slov úvodom. Je to vod, je to. Je to značiť. Tam dva predmety. Sú tam dva objekty. Jeden objekt je slovo a jeden je úvod. Eti slova, eto sadržanie etoho vedenia. Eto vnútri v etom vedení. I eto objasňajet, potom už to ja mám ukázať to, že niekoľko vodných slov. Kako je slovo? Vodno je slovo. Eto slovo vodno je to objasňajet, eto druhý predmet. Если там два предмета, один из них содержанием этого другого, и он объясняет этот другой предмет, надо взять творительный падеж. Я думаю, что это надо выучить, потому что если вы это не будете знать, вы не будете формулировать словацкие предложения правильно, потому что много из этого на русском языке нет. Там не будет 20 типов точно так, как по-словацки. Если и будет, это может значить что-то другое. Если вы это выучите, вы будете формулировать все типы словацких предложений с точки зрения падежа. Ну, здесь я еще хотел сказать, я говорил о предмете, о объектах, но это не предложение, здесь не глагол. Но я могу сказать, например, «Терас». Vám poviem. Teraz ja skážu vám niekoľko slov, niekoľko vodných slov. I slovo, i úvod, je to už predmet. Všetko poňatno? Tak. No teraz ja vám skážu, teraz vám poviem, v čom budeme iní. V čom budeme iní? V čem mi budem odličať sa? Iní, je to druhý. Nikdy nehovorím druhý v smysle, nie to samoje. Je takové slovo druhý. Druhý. Kde mám druhú topánku? Kde moja druhá batinka? Ja nemohu najti to. No druhý v smysle, nie to samoje, je to iné, iný množné číslo, iný človek jeden, iný ľudia, meké i. V čom budeme iní? Budeme venovať pozornosť, venovať pozornosť je to obrašať vnímanie. Ja smatrel takové video, tam byla učiteľnica slovackého jazyka na Ukrajine i ona skázala 3-4 predloženia, no tam bylo oči mnogo a šibok po slovácky, tam bylo oči mnogo a šibok, patežné okončania byli nepravidné, nežalko etich detej. No, ona skázala takže pozor, ona chcela skázať obratíte vnímanie. I pozor, to môže značiť vnímanie. No takže pozor, ona skázala dieťam. Takže pozor,
Takže pozor, to neznačí buďte vnímateľnými. Takže pozor značí, jestli ona ugražaje kamu-nibuď. Napríklad, jestli ona skáže, ak ma ešte raz chytíte za zadok, tak už to poviem vašej žene. Takže pozor. No čo je to značiť? Je to kariega takové u tej ženšiny. Jestli vy mňa ešte raz schvatíte za zadnicu, zadnica je to, že po česky zadok, tak ja už to skážu vašej žene. Takže pozor, ona ugražaje dýmu, no jestli ona chtěla skazať, čtoby deti vnímateľno smatrieli, nada bylo skazať, dávajte pozor. Dávaj, to nie dávaj parúsky, dávaj, to značí dať mnogo raz. To je frekventatívum, repeated action aspect. Dávajte pozor. No. Takže budeme venovať pozornosť. Nebudem obrašať vnímanie na také časti gramatiky, ktoré nikto inostrancie to neučit. Nikto cudzincov neučí. Nikto ich to neučí, pretože to eti knihy dla inostrancov je to tak ľahko. Je to tak, ako dla detí do 10 let. No, ja znaju, že to nemožno vyučiť všetko, no. Jestli je to taká gramatika, ktorú my očin často vyspozujem. Používame to veľmi často. Často. Očin často mi je to gavarím. Je to dôležité. Jestli je to očin vážno, je to znať. Neexistuje to v ruštine. Je to nesúštestvuje na ruskom jazyke. Je to nesúštestvuje na ruskom jazyke. Neexistuje to v ruskom jazyku. Neexistuje to v ruskom jazyku. Cudzinci v tom robia veľa chýb. Jestli inostranci v etom dielajú mnogo ašíbok. Mne to, že písala jedna učiteľnica z Kieva, z Ukrajiny, i po slovácky, i ona písala, že Ukrajinci ani takie duraky ani nemagú vyučiť eto sasi. Ona im už 100 raz skazala, i eto vsio nepravilno, ani eto nemagú vyučiť, je to tak ľahko. Tak ľahko ona i video zdieľala etom. No a na mňa napísala 10 predložení slováckych, tam bylo 8 sa ili si. I z etich 8 ona zdieľala 6 ašibok. Ona sama je to neznajet. Ani delajú ašibky, pretože to je to složno. Ona sama je to nepanimajet. Pretože to je to složno, ne pretože to je to ľahko, i ani duraky. Je to glúposť. Je to glúposť, ona skazala. Sasi, je to po slovácky, je to očin složno. Patamu delajú v etom ašibky. Ani nie idioty. Da? Je to nada jasno skazať. Kakie je to budú časti gramatiky? Štruktúra. Mať. Spolnové sloveso mať. Plus trpné príčastie minulé. No čo je to značiť?
Štruktúra je to, vy pani majete. Sponové sloveso, to ja vám už hovoril. Linking verb. Glagol sa use. Mať, je to imieť. Plus. Trpné, je to stradateľ, to je past participle. Je to na anglickom jazyke, je to nazývajúca. Present perfect simple. Present perfect continuous. Passive causative. V sile eto môže byť have plus past participle. I have done that. I have been working. Been is the past participle. You should have your hair cut. Passive causative. Je to vsio na slovackom jazyke. Yes, no je to prosto my tak, je to tak nenazývajete. Je to tak, nikto nenazývajete. No je to to samo je. Je to na ruskom jazyke niet. I, no je to ja tak často mi je to gavarím. Každú minútu ja to skážu. Je to značí, že toto drugo je. Ja vám skážu to, že ani premiér vsikda. Nenáda ispugať sa, my budem načínať z alfabíta, kak to bude dľa novičkov. No ja vám skážu i premiér. Polícia ho zatkla. Milícia jeho arestovala. Polícia ho má zatknutého. Je to mať. I je to príčastie. Po anglicky by je to bylo the police arrested him. Pred týždňom. A week ago. The police have arrested him. To je dokonavý vid. Prvý príklad, prvý premiér. Dokonavý vid. Zatkla. Je to je второй premiér. Je to present perfect. Kaká je tam raznica? No v etom prvom slučaje my neznajem, jestli on v ťurme, ti pier. Polícia ho zatkla pred týždňom, možno za 48 hodín išiel domov. Môže byť, čo jeho arestovali, no ti pier už je doma, patamuž to on byl v ťurme toľko 48 časov. I eto, polícia ho má zatknutého, eto značí, že on ti pier išiel v ťurme. Patamuž to je to present perfect, the consequence until now. Je to raznica. Ja vám pokážu i perfect continuous na slovackom. Sekundárne imperfektívum. Máme nejaké sloveso, napríklad hľadať. Je to iskať. Je to nesavršený vid, nedokonavý vid. Dokonavý vid. Napríklad dohľadať, prehľadať. Prehľadať. Dokonavý a nedokonavý prehľadávať. Nájsť. Je to najti. Hľadať. Nesavršený. Najti. Find. Savršený vid. Dokonavý vid. Nájsť. Nachádzať. Nedokonavý. Ponachádzať. Dokonavý. Prehľadávať sa volá sekundárne imperfektívum. Nachádzať. Ponachádzať. Nachádzať je sekundárne imperfektívum. Hľadať je primárne imperfektívum a nájsť je primárne perfektívum. Zo sekundárneho imperfektíva je možné zostrojiť príčastie minulé. Byt mám prehľadávaný policiou
už 2 týždne. Byt, je to kvartíra. Mám, je to imieť, I have. Prehľadávaný, tam to, že aspekt, je to kontinuálny. I tam to, že stradateľné je pri časte v jednom slove. A čo je to značiť? Je to značiť the police have been searching my flat through for 2 weeks. The police, police is plural in English, but it is singular in Slovak. Byt mám prehľadávaný políciou už 2 týždne. Je to this present perfect continuous passive voice. This Slovak sentence is present perfect continuous passive voice. It is not possible in English to make passive voice from present perfect continuous. The police have been searching my flat through, because search through, it is perfective aspect. It is like savršený vid. Search. Search. Nesavršený. Search. Through. Savršený. Searching. Through. Searching through. Nesavršený. Je to pani majete? Ili niet? Jestli niet, ničivo, ja vám je to skážu pozdže. Čiže my budem, eto ja vám skážu očin karašo, patamu što eto, nikto vás eto nebude učiť, eto nádo znať. Perfect tenses. Nomer 2. Výslovnosť. Praiznašenie. Praiznašenie, slavacké praiznašenie je to problém dla vsiech, je to netoľko dla ruských, ukrajincev i takých ľudí, je to dla každého problém. Ja vám skážu eti pravila očin podrobno, patamu što tam očin mnogo pravil. Nada čitať bukvi pravilno. Ja nemagu skazať se godňa. Je to nepravilno nepravilne bukvi si godňa. To samo je na slovackom jazyke. Tam nada znať pravila. Ja dúmaju, što ani vám je to neskažu pravilno. Nomer 3. Frázové slovesa. Phrasal verbs. Je to glagol i predlog, je to značiť, čo to druhé je, ako na anglickom jazyke. Napríklad na anglickom jazyke. Dress. Phrasal verb. Put on. Put your jacket on. In Slovak. Daj na. Obleč si. Si to. Obleč. Obleč si to. E to znači daj si to na seba. Ili undress. Vizliecť. Vizliecť. Phrasal verb. Take off. Paslavácky. Phrasal verb, dať dole. Mama gavaril, daj si to dole. Je to vlhké. Take it off, take the jacket off. It is wet. Vlhké, vlhké, to tak nemnožko mokro je. Pozor, to znači, starožno je to drugoje značenie. Vlhká podlaha. Asterožno, mokrý pol. Mokrý pol, vlhká podlaha. Opasno. Frázové slovesa. Ja to nevidel, čo by je to ktoňbuď učil inostrancev. Ich očí mnogo. Ja vám skážu 200 i 300 samých častých frázových glagolov, phrasal verbs. Patomu, čo je to nádo znať.
Вы можете знать каждое слово, и вы не понимаете. Например, дай на твоего отца. Ну что дай на твоего отца? Это все как по-русски, но это значит прими совет твоего отца. Это не значит дай шапку на голову твоего отца. Это значит прими совет твоего отца. Или ходить с, go with, это значит to date, to be in love with somebody. Иностранец не может сказать ходим с вашей женой. Он хотел сказать я встречаю вашу жену на автобусе каждый день, но он сказал я и ваша жена мы влюбленные, да? Потому что ходить с это фразальный глагол, это значит они влюбленные. Он ходит вам с, это уже значит ходить. Я встречаю вашу жену каждый день на автобусе. Это нормально. Ходит вам. Фразовые словеса. 4. Ты падал. Ну, это что я вам говорил, это я вам показал. Какие типы или виды падежов. Потому что это большая разница, это вас никто не будет учить. Это надо знать. Номер 5. 37 паров кондиционалов. Ну, это очень много, на английском языке только 4. На словацком 37, это вас никто не будет учить, но я думаю, что это надо знать, потому что это очень важно именно в таких ситуациях, если вы здесь работаете и кто-то решит какую рекламацию или кто-то что-нибудь украл, это такие важные ситуации, то надо точно понимать, что они говорят о прошлом. О прошлом, то есть спекуляция о минулости, speculation about the past. Это надо очень точно помочь, это предложение, это первая часть, это if clause. Это о прошлом или о будущем? Это высокая или низкая вероятность? Что это значит? Это я знаю, что это не случилось, или я не знаю, это уже произошло, но я не знаю, как это произошло. Или это произошло, и я только думаю о том, что бы было, если бы это было по-другому. Это надо точно знать, потому что это не так легко. Это никто вас не будет учить. Номер 6. Предминулый час. Ну, перед прошлое время это иностранцы как-то игнорируют. Это не надо сказать часто, но если это надо сказать, это надо сказать. Потому что это меняет значение. Я вам скажу пример. Это перед прошлого времени. На английском языке это нет. Это нет, вы скажете. He said, president said, that he had signed the contract. Это реально. Это просто он сказал, как это по-словацки, Он повидал, же мал подписану змрубу. Это не перед прошлое время, это просто подписал ту змрубу еще предтим, ако то поведал. He had signed the contract before he said that he had signed the contract. Но что, если это гипотетическое? Что мы сделаем по-английски? I wish you had told me the truth. I wish you had told me the truth. No problem again. I wished
yesterday, yesterday, when we, when I was sitting the exam, I wished I had studied harder. But it is hypothetical, it is subjunctive mood. Это со слагательное наклонение. Но где это в этом предложении? Это то самое, как he said he had signed the contract. Yesterday, when I was sitting exam, I wished I had studied harder. It is the same thing. The subjunctive mood is nowhere, it has gone, because there is no prepast tense. In Slovak we might say вчера, keď som robil tú skúšku, som si želal, aby som to bol mal lepšie naštudované. This is pre-past tense. This is pre-past perfect, because it is subjunctive mood. Som si želal, aby som to bol mal naštudované. Bol mal naštudované. V etom, he said that he had signed the contract. Mal, tam nie je to bol. On povedal, že mal podpísanú zmluvu. Eto nie je sa slagateľné naklanenie. No zdes je to hypotetické, aby som to bol mal. It is pre-past perfect. This is pre-past perfect and this is past perfect. Past perfect. This difference. It is not possible in English. It's only possible in Slovak or Czech language. And there are many other functions of the pre-past tense. It can remove consequence until now. It can say it was a long time ago. I can use it in past simple too. Ja som čítal. Ja som čítal. Past simple. Ja som bol čítal. Pre-past simple. Je to period to prošloje vremia. Ja som čítal. A ja som bol čítal, je to predprošlé vremia. Je to nada znať, pretože ja dúmajú, že je to nie tak složno i je to vsio, je to môže izmeniť značenie predloženia. No, pozrite, nomer 7, číslo 7, je to bude, to bude 14 sorovenín. Čo je to značiť? Inostrance deti do 10 liet ani učat, što sklanení sú šestviteľných 14. 14, no je to nie tak. Na slováckom jazyke sorok jedno sklanenie. Ja dúmajú, že je to nada znať. Ja vám vsie eti sklanenia skážu. Ja vám skážu sorok один образец, и вы это будете знать, потому что если бы я вам это не сказал, вы бы это не знали, вы бы делали ошибки в падежных окончаниях. Иностранцы и делают ошибки в падежных окончаниях. Но почему? Потому что их это не учили. Я не знаю, почему это не учат, потому что это не так сложно. Я это не понимаю, но я вас это буду учить. Ну, в конце я вам хотел показать, как пишут по-словацки люди, которые уже много знают, какие ошибки они делают, эти люди. Я вам хотел показать одну женщину, которая работает как переводчик из словацкого на украинский язык, но там очень много ошибок, очень много ошибок. Я это не могу сделать, потому что ей бы это не понравилось. Я вам хотел показать человека, который здесь уже 10 лет, у него 4-5, много ошибок в каждом предложении, но ему бы тоже не понравилось. Но мне написал один человек из России,
Teraz privítame Jarka. Jarko, dobrý ako deň. Sa máš? Ako sa máš dneska? Dobre, celkom. Čo si robil? No, spal som hlavne. Ty sa učíš aké reči? Učíš sa? Nemčinu, angličtinu a no, slovenčinu samozrejme. Koľko máš rokov, ešte povedz? 11. No výborne, chodíš už do akej školy, na gymnázium? Na gymnázium do Primy. Je to škola pre? Mimoriadne nadané deti. Uh-huh. Jarko, a čo si myslíš o slovenčine? Slovenčina je ťažká alebo ľahká ako predmet? Ťažká, keby som ju učil sa ako nový predmet, ale keďže som Slovák, tak to viem, lebo som celý A diktáty čas. Sú dosť ťažké, že? Občas. No riaditeľka vašej školy hovorila, že najhoršie známky sú zo slovenčiny. Uh-huh. Na škole sú horšie ako z angličtiny alebo z nemčiny. Jarko, pozri sa, toto napísal nejaký človek z Ruska. Nebudem gavariť po slovácky, potom už to Jarko negavarí po rusky, no to je vsia vsio skážu ešte raz po rusky. Posledie toho. No Jarko, pozri sa, napísal ten človek takéto niečo. Háčik je v tom, že Slováci nehovoria rovnako. Čo to podľa teba znamená? Rozumieš tej vete? Rozumieš tej vete? Nerozumiem, je to také zvláštne povedané. Je to taká zvláštna veta. Čo to znamená, že nehovoria rovnako tí ľudia? Znamená to, že jeden hovorí česky, jeden slovenský, alebo skôr také, že jeden hovorí niečo iné ako ten druhý? Neviem, čo to má mysleť. Neviem, čo s tým myslel. Neviem, čo s tým myslel. Gramaticky je to správne, ale nerozumieme tomu. Áno? Druhá veta. Každý región má svoj prízvuk, intonáciu a tak ďalej. Vidíš tam nejakú chybu? No tak... Také neprirodzené sa mi to zdá. V tomto slove ani chyba? Intonáciu, dĺženie, ale hlavne neprirodzené sa mi to zdá. Neprirodzená veta. Ale dál by stá ale je sa... rozumieť. Je rozumieť, ale je to neprirodzené. Není to slovenská veta. Nikdy som nebýval na Slovensku. Čo to znamená? Že tam nikdy nemal adresu, alebo že nechodieval na Slovensko? Že nikdy nebýval ako podľa mňa, ako že nikdy nemal dom, alebo nejak dlho tam nikdy nebol. Ale nebýval som často na Slovensku, môže byť aj, že nechodievam na Slovensko. Áno, ale mne sa to viac zdá ako... Tebe sa to viac zdá ako, že tam nemal dom. Čo je na tej vete? Ale keď sem tam som na návšteve na Slovensku... Keď som sem tam na návšteve na Slovensku... Poradie slov, neznámych, tam je nejaká chyba? Neznámych ľudí ani nenapadne. Tuto neznámych pomelie... No tvrdé. Neznámych. Ale neznámych ľudí nenapadne, že nie som Slovák. To dá sa pochopiť podľa mňa. Aj keď určite mám veľmi ľahký zvláštny prízvuk, čo ty na to? Aj keď ja by som skôr povedal, aj keď určite mám zvláštny prízvuk, alebo taký malý zvláštny. Ten ľahký, to sa nehodí k prízvuku, to sa nehodí k prízvuku. Hlavne keď mám emócie, čo to znamená, mám emócie? Neviem, to sa moc nepoužíva. To sa nepoužíva. Dalo by sa povedať, že ja mám emócie tak ako každý človek. Ale neznamená to, že som rozrušený, rozčulený a tak. Tak si len môžu myslieť, že som z nejakého slovenského kraju. Aká je tam chyba? Tak si môžu len myslieť, poradie slov, že som z nejakého slovenského kraju. Kraja. Kraja je správne. Kde majú takú výslovnosť? To už je podľa mňa dobré, kde majú takú výslovnosť, to sa dá. Je to možné, že cudzinec, že by si o cudzincovi mysleli, že je Slovák, len je z nejakého iného kraja? Iba keby, no, bolo by možné, keby nejaký nevzdelaný človek, a keby ten človek vedel dobre po slovensky, ale podľa toho, jak tu píše, sa mi nezdá. Keby tak hovoril, tak sa mi nezdá. O tomto človeku by hneď vedeli, že je cudzinec. Podľa štilizácie vied. Je tak? Áno, sú také divné. Iný cudzinec by si kľudne mohol myslieť. Áno. Musím sa ale priznať, že neohľadám nejakú odbornú reč. Rozumieš tomu? Áno, rozumiem, čo myslel. A čo je to nejakú odbornú? Rozumieme, čo myslel? A je to dobre? Nemyslím si, že je to gramaticky správne, ale dá sa tomu porozumieť. Možno tak trochu strojarčinu. Nepozná. Slovenčina je veľmi ľahký jazyk pre Rusa, naopak ale to neplatí. Aká je tam chyba? Naopak to ale neplatí.
Ale to robí aj medvedziu službu niekedy. Medvediu. Medvediu a poradie slov si zamyslí, ale to... A niekedy robíme. To niekedy robí medvediu službu. To niekedy nemôže byť na konci. No. Ale to niekedy... Niekedy robí aj medvediu službu. No. Dobre, Jaruško. Jak sa dá hovoriť takému, ty sa voláš Jaroslav, že? Tak jak ja. Áno. Jak sa dá hovoriť takému Jaroslavovi ešte? Keď je zlý, tak sa mu povie ako? Pozri sa. Keď je zlý, tak mu povieme Jaro, nie? Uh-huh. Jaroslav to je také formálne. Áno. Jarko. My keď si bol menší, sme boli v Taliansku a v Taliansku sa ľuďom páčilo to meno. Hovorili, že aké pekné meno, že to je ako Marko. Že to je také ako talianske Marko, to Jarko. Uh-huh. Potom ti hovoríme Jaruško. Jaruško, taký maličký. A ešte sa dá povedať, mne hovorila sestra môjho otca, pamätáš sa na ňu. Ona mi hovorila, že Jarinko. Aj to existuje. Jarinko. Ale to sa nepoužíva často. Tebe to nehovoríme. Dobre? No tak sa rozlúč. Dovidenia. Dovidenia. No pasmatrite, teper ja vám skážu, že to my gavarili po slovácky a budete teper gavariť po rusky. Je to prvé predloženie. Je to na prvý vzhľad, je to хорошо. Ja tam nevížu. Tam nie gramatické ošibky, no problém v tom, čo je to značiť. My prosto nepanímame, čo je to značiť. Potom už to zde napísano. Háčik je v tom, je to takový idiom po slovácky, po rusky, ja by skazal, zagvodka v tom. Po slovácky to značí, že to kakoj, jest kakoj-nibuď problém. Jest problém, že Slováci nehovoria rovnako. No, je to značiť nehovoria rovnako, je to značiť ani človek gavarit. Je to i druhý človek gavarit. Što to drugoje? Je to asa držanie, je to vošto ani gavariat. Potom už to po slovácky raznica, jestli vy skážete hovoriť, je to kak po rusky gavariť, završený vid povedať ili skazať. Hovoriť i rozprávať. Je to už što to drugoje rozprávať. Je to hovoriť, je to kak po anglicky hovoriť tell and rozprávať, it is like speak, vravieť, it is like say, a rozprávať sa, it is talk. No, je to značenie nie točno tak po anglicky. Slovo gavariť tam okolo 5 značení. I slovo rozprávať tam tože okolo 5 značení. I jedno z tých značení, gavariť to hovoriť, je to samo, je to rozprávať. No tam je napísano, v kakom predložení je to samo. Potom, čo je to nevzikda to samo. Je to človek, je to nepani majet, je to neznajet. Potom on napísal predloženie s etým slovom. Ja vám skážu takú prvú pomoc. Vieš, čo neznajete, je tí pravila, no jestli vy skážete hovoriť, nada gavariť a sadržaní. Je to nevsikda tak, no jestli vy budete, sviažete s etím sadržaním a čom gavariť je to človek, napríklad, napríklad, hovorí pravdu. Što on gavariť? On gavariť pravdu. Rozpráva pravdu, je to nepravilno. Je to nepravilno. Rozprávať je to o tom, kak on gavarí. Napríklad, rozpráva ticho. Rozpráva pravdivo. Pravdivo je to, kak on gavarí. I hovorí ticho, môže byť, je to značí, že to nebude druhé, je to nekak po rusky. Hovorí ticho, vsikda gavarí, tak... Nikakda ne gavari ticho, no tipier je tu adnu vieš, on gavari ticho. Ja vám nemagu skazať si, no jestli vy skážete gavariť, siekda s tiem hovoriť, što on gavarit, i rozpráva, kak on gavarit, vy nemôžete zdieľať ašipku. Vy nemôžete nikakda zdieľať ašipku. Potom už to, je to pridlaženie značiť
nehovoria rovnako, napríklad, čo to slučilosť, i tam jedin sviditeľ, on gavarit, tam prišiel kakojto mušina, bylo 12 časov, on až toto ukral, on ukral deňgy. I druhý sviditeľ gavarit, to samo je, rovnako je to značiť to samo je, on gavarit, tam prišiel jedin človek, ukral deňgy, bylo 12 časov. Неважно, как он это говорит. Он говорит то самое, неважно, если он это говорит по-словацки или по-чешски, или если он говорит тихо, или если он говорит ясно, свободно. Это неважно. Говорить, не говоря ровно, это о содержании этого, как они говорят. Но, потому что я вижу в другом предложении, там он говорит призвук. Призвук это... диалект или наречие, он говорит о наречиях. Там было надо сказать «не расправаю». «Не расправаю». Это уже о том, как они говорят. Но все-таки это предложение, это еще не хорошо, это еще не такое словацкое предложение. Это еще не хорошо. Я бы это написал так. Hovoria v tom Slováci. Háček je v tom, že na Slovensku sa nerozpráva všade rovnako. Sa. Eto sa značí, že eto kasajeca, eto vsie ľudí, eto my gavarím a vsiech ľudí, ktoré žijú v Slováky. Všade. На каждом месте, ровнако, так исто, это то самое. Это уже ясно, что это значит. Я говорю о том, как люди говорят в Словакии. Но это неправда, конечно, потому что в Словакии литературный язык, и есть и наречия, их много, диалектов. Некоторые говорят 28, некоторые говорят 33 диалектов. Но диалектов много и в других странах, во Великобритании 37 диалектов, в Италии 33. Это так говорят люди, только необразованные. Есть очень мало людей в Словакии, которые говорят только диалектом. Это менее чем 5% людей, это такие необразованные люди. Например, моя уборщица, она не умеет говорить литературно, она говорит только одним диалектом. Но это очень необразованная женщина. Если человек, врач из Братиславы, судья из Кошиц, из Восточной Словакии, или это инженер из Жилины, из Средней Словакии, они говорят тоже так они говорят литературно. И для них формальный разговор всегда, когда они говорят с чужим человеком. Например, врач в магазине говорит литературно, он не будет говорить диалектом в магазине. Рабочий может говорить диалектом, но он знает и он умеет говорить и литературно, как в школе. Как в школе. Образованные люди говорят диалектом только дома или с близкими друзьями. Это неправда, что в Словакии в каждом регионе говорят по-другому. Это не так. Другое предложение. Каждый регион ма свой призвук, интонацию, длхе а, а так далее, etc. И так далее. Каждый регион ма свой призвук. Это тоже такое странное, потому что регион не имеет акцент. Это люди, это которые там живут, у них какой-то диалект, это не регион. Я понимаю, что он хотел сказать, но это тоже, это такое, как русское предложение со словацкими словами. Я бы написал «людя с určitého региону». Hovoria jedným nárečím. Alebo hovoria svojim nárečím.
Это неправда, они только дома так говорят. Люди Велкеля, люди из учитого региона, говорят своим наречием. Но... Говорят. Расправают. Не потому что говорят, это теперь говорят, теперь расправают. Звикну расправать своим наречием. Там еще такая разница, говорить, это такое короткое, если он скажет анекдот, втип. Я скажу, поведал добрый втип. Если он долго говорит, расправал ему расправку. Расправка это сказка, потому что он долго это говорит. Да, потому нехорошо здесь это говорить, потому что это что-то такое короткое, что теперь он делает. Они всегда говорят диалектом, хотел сказать, хотя это неправда. Люди с учитого региона звикну. Розправати своїм наречим. No. Нікди сам не бував на Словенську, але кеч сам там сам на навчеве на Словенську, не знам їх люди, не нападне, що не сам Словак, но... Но это неправильно, там много ошибок. Бівать, нікди сам не бував на Словенську. Бівать, это... А... Том, где мой адрес? Бивать и жить. Когда надо сказать бивать, а когда жить? Бивать, если я говорю об этой улице, я скажу бивам на этой улице. Потому что это маленькая такая улица. Я живу на этой улице, это нехорошо. Я живу на, живем на этой улице, это бы значило, что я не ухожу с этой улицы, там и магазин, там и моя работа, и школа, я никогда, я целый месяц только на этой улице, да, бивам на этой улице, мой адрес, моя квартира или мой семейный дом на этой улице, бивам на этой улице. Братислава, это город, это уже, я могу сказать так и так, я могу сказать, бивам в Братиславе. Но это я сказал мой адрес в этом городе. Я могу сказать, живем в Братиславе. Когда я скажу так и когда так? Зависит, о чем я говорю. Если я говорю о своей квартире, я скажу, бивам в Братиславе. Например, бивам в области... Где є веля втаков. Preto mávam, повторяє моя діятельність, preto mávam špinavé okna. Je to značit, já žiju v takoj oblasti, v takom regióne, kde mnoho ptic. Поэтому у меня часто бывают такі грязные окна. Я говорю о квартире, потому там бивам. Если я скажу «жием в области, где є веля втаков», я живу в такой области, где много птиц, в таком регионе, где много птиц, рад их фотографуем. Я люблю их фотографировать. Это не о моей квартире. Это о мне, где я часто, я в этой области, я в этом регионе, я люблю фотографировать эти птицы. Вы это понимаете или не понимаете? Там еще другое значение этого слова. Бивать и, может быть, и бивовать.
bývavať, frekventatívum. Bývať, je to značiť, je to nesevršený vid ad glagola byť. Bývať, napríklad večer, býva zima. Večerom už je bývajet zima. Na tejto zábave bývava veselo. No je to je zábava party, party. Bývaje veselo. Je to to, že pavtara je maja dejateľnosť, je to to, že. No je to, što to tako je, što každý deň bývaje. Je to prakticky vsikda. I je to nie každý deň, potom už to zábava napríklad raz za mesiac, jeden raz za mesiac. Tam bývava veselo. To je to na ruskom jazyke tože niet, tože niet. Jestli po-slovácky ja mohu skazať, posmatrite, ja mohu skazať napríklad behávam. Je to ja každý deň delajú. Behám. Je to ja ti pier delajú, no ja je to to, že často delajú. Bežím. Je to toľko jeden raz ja je to delajú. Potom už to štoto slúčilo. Napríklad bežím na autobus. Ja očin dlho spáli, tepier mne nada bystro na autobus. Ja bežím na autobus. Je to ti pier jeden raz delajú. No, je to ja delajú ti pier. I behám, ja mogu skazať, i behám každý deň. No tam už je druhé značenie. Posmatrite. V práci, to na robote, v práci chodím do výroby a niekedy aj chodievam nakupovať, čo treba. Na robote výroba. Výroba je to produkcia. Tam ja, je to každý deň ja v tej produkcii, potom už ja ich kontrolírujú. A niekedy, i kakdá to, chodievam, je to už druhé, frekventatívum, što to pakupať, čo náda. Eto ja delajú napríklad dva raza za mesiac ili tri raza za mesiac. No je to to, že majú odvedstvenosť, je to to, že náda delať. Je to na ruskom jazyke niet. I jestli ja skážu behávam, je to značí, že to ti pieria, ja je to nedelajú. Ja ti pier doma, napríklad behávam každý víkend, každú nedelu. Nedela je to vaskrisenie. Každé vaskrisenie ja bigajú, no tepier nie vaskrisenie, tepier piatnica. Ja mohu skazať, behávam každú nedelu. Jestli ja skážu behám, je to môže byť, že ja i tepier bigajú, no je to ja delajú to, že potom už to sivodne vaskrisenie. Je to behávam, je to ja nikakda, je to nedelajú tepier. Beháme to, ja magu delať tipier. No. Značiť, on zdes napísal, pasmatrite, što on napísal. Ľudia rozprávajú svojim nárečím. Nikdy som nebýval na Slovensku. Je to, lúče by bylo, nikdy som nežil na Slovensku. A tam, je to, on skázal, moja kvartíra nikada nebyla v Slovákii. Je to vás možno skazať, jestli vy govoríte o kvartíre? Jeho by mohol kto-to sprasiť. Moja kvartíra na tej ulici v Moskve. Kde v Moskve je tvoja kvartíra? On by skazal, nie je moja kvartíra v Slovákii. Ja bývam na Slovensku. Tak on by, je to by bylo charašo, je to tak skazať. No, jestli on skáže tak, tam by bylo lúče skazať, nikdy som nežil na Slovensku. Jestli on skáže, nikdy som nebýval na Slovensku, je to značiť druhé značenie, je to glagol byť, nesavršený vid, je to značiť, že on nikakda nechadil
в гости в Словакию. Он никогда не ходил в гости в Словакию, но это продолжение значит, что он ходил в гости. Але кеч сем там, это когда-то сом на навштеве на Словенску, нигди сом, конечно, и очередь слов неправ, это неправильно, нигди сом на Словенску не жил, але кеч сем там, это... Это нехорошо в этом предложении. Кеть сом там обчас на навштеве на Словаки два раза в одном предложении. Не надо сказать Словакия. Кеть сом там обчас на навштеве незнамых людей, незнамых, это тоже ошибка. Незнамых, это окончание, падежное, неправильное, незнамых людей. Nenapadne to, tak nemôže byť. Neznámych ľudí ani nenapadne, že nie som Slovák. On dúmaje, že on tak chorošo hovorí po slovácky, že čužie ľudí neznajú, že on nie Slovák. No i pozrite, to ja toľko tipier zamietil. Etu ošipku, smiešno je to predloženie. Neznámych, konečno, to by bylo dlžno tak napísať padežnoje okončanie, no neznámych ľudí nenapadne, je to nepravený padež, napadnúť, jestli vy skážete napadlo ma, vy môžete skázať napadlo mi, je to napadlo ma, je to kavo, je to ma, rovná sa mňa. My, mne, kamu. Je to prosto mňa, je to dlhá forma, ma je to krátka forma, je to mňa. Mne je to dlhá forma, my je to krátka forma. Je to znači to samo jedno, nevazmožno hovoriť tak i tak. Tam niekoľko pravil, približiteľno 10 pravil, kada vy dlžný vziať tú dlhú formu i niekoľko pravil, kada vy должны взять короткую форму. No i začem? Začem это надо? Это может изменять слова, которые стоят вокруг. Посмотрите, я вам быстро скажу, чтобы вы понимали, как это, потому что это на русском языке нет. Если вы скажете, але ми то иде, и вы можете сказать, але мне то иде. Ми то иде, это значит, вот посмотри, как я это умею, как хорошо я это делаю. Я только 5 минут учился, например, на Segway ездить и ехать, и я уже это знаю. Но это короткая форма «ми», и одно из правил говорит, что перед этой формой всегда частица. Это слово «але», это может быть и частица, и союз. Значит, здесь я сказал «ми», и это «але» тогда частица. Если я бы сказал «мне», это «але» союз. Это первое предложение значит «вот, посмотри, как я это умею». И это второе предложение, это такое агрессивное, это значит «але» союз, значит «но». Это я хотел сказать «ты это не умеешь», но я это умею. Это уже такое неприличное, такое агрессивное, это второе. Это первое, я только говорю, вот, посмотри, как мне это идет. Это але частица, это как русское вот. Але союз, это русское но. Ты это не умеешь, но я это умею. Вот как я это хорошо умею уже делать. И это меня, и это мне. Это другой падеж. Нападло меня, это значит нападение, напасть или нагрянуть. Это, например, о собаке. Собака нападла на меня. И нападло мне, это мне, кому мне.
это пришло в голову, мне это вздуматься, значит это второе. Но и в этом предложении он хотел сказать, им это пришло или не пришло в голову, голову, незнамым людям, ани, там должно быть ани, потому что здесь запор, отрицание, незнамым людям ани не нападне, же не словак. Он сказал, никто не может нагрянуть этих людей, потому что я не словак. Это другое значение, это смешно. Это такая ошибка, которую бы мог сделать и словак, я это уже слышал, но это такой не очень умный словак. Нормальный словак би это не сказал, би не сделал такую ошибку. Нападло ма, это как меня, это о собаке. Нападло ми, мне, это идея. Идея мне пришла в голову. Вы это понимаете или нет? Ну, я думаю, что вы это теперь понимаете. Я думал, что по-русски это тоже так, там напасть. Напасть на кого и кому. Это может тоже значить, идея пришла в голову. Но это знаете уже вы, это я не знаю. Это, конечно, это там так много ошибок, что это каждый знает, что он иностранец. Это каждый знает. Здесь он написал, «Ай кэть урчите мам вельми лахки, звлашни призвук, главне кэть мам эмоции, так си лэн можу мислить, что я с някого...» Но это тоже неправильно. «Ай кэть урчите, это наверно, у меня очень...» Лахкий призвук – это коллокация неправильная. Мы не говорим «лахкий призвук». Мы так не говорим. Призвук – это акцент. Легкой акцент. То могло бы быть по-русски, но по-словацки мы говорим «мерный», «звлаштный», «цудзи», «призвук», «звлаштный приступ». Призвук – это тоже что-то такое странное. «Ай кэть урчите мам вельми, вельми мерный цудзи призвук, главне кэть мам эмоции». Мать эмоции – это глагол «иметь». Там много значений, но такого значения нет. Мать эмоции. Эмоции – это… Что это эмоции? Это любовь, гнев, ответственность, это радость. Каждый человек имеет, у каждого человека есть эти, сут те эмоции. То, если он живый, он не в коме, когда не в коме, так ма эмоции. Главное, когда сон разрушенный, мы бы сказали так, разрушенный, або эмоционально, або психически, лучше, психически разрушенный, так си лен могу мислить, а не только могу думать, что он с какого-то другого региона Словаки, где говорят так, как говорит он. Но это тоже грамматическая ошибка, это падеж со словенского края, правильно, где мают таку висловность, таку, это тоже неправильно, где мают каку, таку. Где мать такую висловность, ако мам я. Ай кэть урчите мам вельми мерный. Это тоже такое ненатуральное, я кэть мам. Мам. Троху. А, тоже, ай кэть мам. Cudzí prízvuk, aj keď mám mierny cudzí prízvuk, hlavne keď som psychicky rozrušený, to pravilno, tak si len môžu myslieť, to pravilno, že som z nejakého iného, druhého slovenského kraja, je to malé s, je to imia prilagateľné, slovenského kraja, je to región, kraj,
где мою такую висловность, как мам я. Но теперь это правильное содержание, это не может быть, это не может быть. В Великобритании там 37 диалектов. Если там, но они знают эти диалекты, эти люди. Мы тоже знаем эти словацкие диалекты, там много народных песен в этих диалектах. Мы понимаем эти люди, мы... Если человек иностранец, мы это слышим, когда он одно слово или две слова скажет, мы уже слышим, что это иностранец. Они делают другие ошибки. И словаки делают ошибки. Есть такие типические ошибки, которые необразованные словаки могут сделать и делают, но это не такие ошибки, как делает иностранец. Такие ошибки, как в этом, что он написал такую ошибку, словак не сделает, не сделает. Это невозможно. Если человек, который из Германии приходит в Великобританию и он говорит неправильно, он делает какие-то ошибки, этот человек думает, что люди будут думать, что он из Великобритании, но он с другого региона, где говорят так, как говорит он. Но это невозможно, невозможно. В Манчестере говорят «Манкуниан», в Лондоне говорят «Кокни», а и другие су диалекты. Но они будут слышать за две секунды, что это человек из Германии. Они просто, это не так, как он думает. Но мусим са але признать, что не овладам неяку отборную речь. Это тоже неправильно, что не овладам. Odborné terminológie. Možno tak trochu strojarčinu. Možno tak trochu strojarčinu. Strojarčina je to strojárska fakulta. Strojárska fakulta je to mašinostrojiteľná. Je to Technický univerzitet. Ani строят машины, это не домы, если кто-то строит домы, это стабельная факультет СТУ, Словенская техническая университета, строярская факультет СТУ, Словенской технической университеты, они делают машины, стабельная факультет, они делают домы. Statika. Je to bylo SVŠT, Slovenská vysoká škola technická. Tipier je to STU, Slovenská technická univerzita. Je to to samé. Tam mnoho fakultietov. Čo on píše? Slovenčina je veľmi ľahký jazyk pre Rusa. Naopak to ale neplatí. Slovácky je to očin ľahký jazyk dla Rusko. Ono ja vížu je to. Ja vížu, jak je to dla nebo ľahko. Naopak to ale neplatí, to on chtěl skazať, že ruský jazyk je to takový složný, Slováky ani nemohou to vyučiť, protože je to tak složno. No, je to nepravda, je to nepravda. Jestli bude ruský učiť sa 1200 časov slovácký jazyk i Slovák bude učiť sa 1200 časov ruský jazyk, ani budú gavariť prakticky na tom samom úrovne. Ani budú dělat to samé kaličestvo a šíbok. Это будут другие ошибки, на словацком очень сложные слова изменения, на русском языке другие вещи сложные, но это то самое. И американец, если будет учиться 1200 часов по-словацки, он будет практически на том самом уровне, как американец, который учился 1200 часов русский язык. Это приблизительно то самое, это не так. Ale to robí aj medvediu službu. Konečno je to nepravilno, padežno je akáčenie medvediu službu. Dielať medvedia služba, ale to nie, očereť slov, to že nepravil, ale niekedy to robí aj medvediu službu. No, ti pieri ani znajú, jestli ho znajú, čo je to medvedia služba. Потому что здесь он сказал, что словацкий язык сложный. Он сказал, что это легкий язык,
Те Пьерон говорит, что это сложный язык. Медвежья служба, если я вам хотел помочь, но я это сделал неправильно, и это еще хуже теперь, чем было перед тем, как я вам помог. Я сделал что-то наоборот. Это он хотел сказать, и это правда, что словацкий язык и русский язык – это близкие языки, они – это близкие языки, но это может быть и нехорошо, потому что русский думает, что он это скажет как по-русски, но это будет ошибка. Он может делать более ошибок на словацком языке, чем на английском, именно потому что это близкие языки. Но теперь я уже понимаю первое предложение. Первое предложение. Хачик е в том, он не хотел сказать хачик е в том, он хотел сказать втип е в том. Втип е в том. Že na Slovensku sa nerozpráva všade rovnako. Tipier je to pravilno. Vtip je v tom, je to značiť patamu, što na Slováky mnogo dialektov, on chcel skazať, patamu on tak charašo gavariť, što jestli on zdieľa, je to charašo dla neho, patamu, što jestli on zdieľa a šípku, druhé ľudí budú dúmať, što on gavariť druhým dialektom. No konečno, je to nepravda, no je to on chcel skazať. A tam nada skazať vtip je v tom, nie háčik je v tom. Это я понял теперь в конце, что он хотел сказать в первом предложении. Что вы думаете, как он говорит по-словацки? Ну, конечно, там много ошибок. Эти предложения, очередь слов, это такая русская очередь слов, это не словацкая очередь. Наопак, и это нехорошо, наопак то, але не платит. To pravilno. Ale to neplatí, je to nepravilno. Naopak to ale neplatí, ale niekedy to robí aj medvediu službu. Naopak to ale neplatí. Ja dúmajú, že to človek, on už kávali dlho, no on neznaje gramatiku. On neznaje pravila. I to bývaje často, že človek, ktorý neznaje pravila, dúmaje, že on kávali pravilno. Он думает, что говорит правильно, и что каждый понимает его правильно, но это не бывает так. Если человек русский, я вам покажу такого человека, который говорит отлично, он здесь только 5 лет, но он никогда бы не сказал, что словацкий язык легкий, потому что он уже знает, что все надо знать, как много, какое количество правил надо знать, чтобы он говорил без ошибок. Такие люди, которые говорят отлично, не говорят, что это легко. Это люди, которые говорят, что словацкий язык это можно выучить легко. Это такие люди, которые сами его не знают. Они не знают эту сложность этого языка. Они делают много ошибок. Это я вам хотел сказать. Ну, посмотрите, я вам еще что-нибудь скажу. Словаци. Это всегда большое S, не только в начале предложения. Словаци со снажья быть слушным. Их много, потому мягкое. И если один человек, это бы было так, слушный. Что это значит? Снажиться, это стараться по-русски. И слушный, это такой благовоспитанный, или такое приблизительно. Что я вам хотел сказать? Если там кто-то говорит по-словацки, этот словак слышит, что он делает ошибки, но он думает, я понимаю, что он говорит, я знаю там ошибки, но я ему скажу, что он говорит очень хорошо. И он ему скажет, вы говорите очень хорошо по-словацки, там почти никакой ошибки нет. Это нормально. Это просто словаки такие. Это неправда, но они хотят быть такими приятными. Например, я вам скажу другой пример. Если я скажу шутку, это шутка русскому человеку, и ему это не понравится, он скажет, это не смешно. Это бы словак никогда не сказал. Если ему шутка не нравится, он скажет, это хорошо, но не будет смеяться.
потому что он не хотит, он не хочет сказать что-то такое неприличное, чтобы было, он не хочет сказать что-нибудь неприятное этому человеку. В Словакии неприлично говорить о наборженстве. Я бы еще хотел стараться по-русски, это снажиться. Но словацкое слово стараться, это заботиться. Это заботиться, это что-то другое. Табу, табу на словенску. Табу на словенску. Не надо говорить с другими людьми о религии. Не надо говорить о выплате. Выплата – это сколько вы получаете за месяц денег. Это никак, это неприлично это спросить. О веку. Неприлично спросить, сколько вам лет. Это вы можете спросить только ребенка. Взрослого человека спросить, сколько ему лет, если 50 или 60 или сколько, это неприлично. И политика. Говорить о политике – это неприлично. Если вы меня спросите что-то политическое, но зачем бы я об этом говорил? Я не имею никакое влияние на это. Это мы называем крчмовые речи. Pub speeches, крчма is pub in English, pub speeches. Это ничего хорошего не может из этого взойти. Надо говорить о таких темах, которые вы можете изменить. Я это не могу изменить, какой там политик или что-нибудь. Мы об этом не говорим. Не надо говорить человеку тоже то, что он сделал что-нибудь неправильно. Он сделает много ошибок, но надо... Мы скажем просто, да, вы говорите отлично. Но это для него нехорошо, потому что он думает, что он... Это, наверное, так, что он говорит отлично, но это не так. Это не всегда так. И это может быть причина, почему много иностранцев думает, что они говорят хорошо, но правда такая, что они делают много ошибок. О наборженстве, о выплате, кто сколько зарабатывает, о веку, сколько мать роков, о политике. То су крчмовые речи. То су крчмовые речи. Это не надо говорить. Это говорят только люди, которые очень-очень необразованные. Ну, я думаю, что это хватит как введение. Я вам еще скажу, что видео номер два уже будет такое легкое. Мы начнем легкое. Релативно легкое. Мы будем учиться произношение. Там уже надо говорить вслух. Вы уже будете говорить вслух. Вы должны быть сам в комнате, как я вам сказал. И это уже не будет долго, это будет только около 15 минут. Этих видео будет много, около более чем 1000. Более чем 1000. И от видео 200 я уже буду говорить только по-словацки. Если будет какое-то сложное слово, я только скажу одно слово по-русски. Видео номер 200. 200. 400. 600, 800 и 1000. Мы будем писать экзамен. Это будет экзамен о том, что было в этих первых 200 видео, и будет и возможность выиграть и деньги. Это не будет мало. Я вам это скажу около видео номер 150, сколько это будет. И будет возможность выиграть и отпуск в Словакии. Но это все. Мы начинаем завтра. До свидания. No, Filip. Filip, povedz ahoj. Mm-hmm. No, to si teda pekne povedal. Povedz to poriadne. Mm-hmm.